пусть прозвучит его голос. Un atskan viņa balss tevī šodien. И пусть этот голос звучит сегодня в тебе. Šodien šeit skanēs lielie Dieva darbi. Сегодня здесь будут звучать великие Божьи дела. Šodien, ko viņš dara? То, что он делает сегодня, сейчас. Не 2000 лет назад. Bet tagad, ko viņš dara? Но что он делает сейчас? Ja cilvēks meklē Dievu. Если человек ищет Бога, tad viņš atrod viņu. Тогда он его и находит. Ja viņš klauvē, viņam atver. Если он стучит, тогда ja ему открывают. Viņam iedod. Если он просит, тогда дается. Ja mēs nepagurstam. Если мы не устанем. Jo dažkārt mēs esam tik tālu aizgājuši projām no Dieva. Потому что иногда мы так далеко уходим от Бога. Kā mēs jau runājām. И как мы уже говорили. Dievs nekur neiet prom no jums. Бог никуда от вас не уходит. Viņš ir pateicis, ka viņš būs ar jums. Он сказал, что он будет с вами. Ikdienas. Каждый день. Ikdienas. Каждый день. Līdz pasaules galam. До конца света. Матфея Евангелия 28 нодам. Матфея 28. Ikdienas. Каждый день. Līdz pasaules galam. До конца света. Bet mēs ejam projām. Но мы уходим. Mēs maldāmies. Мы заблуждаемся. Bet viņš mūs tomēr kaut kā mēģina dabūt atpakaļ. Но viņš sauc mūs. Пытается нас вернуть назад. Он зовет нас. Un šodien mums būs brīnišķīgas liecības. И сегодня у нас будут чудесные свидетельства. Un es domāju, ka to varētu nosaukt par balsi no debesīm. И это можно назвать голосом из небес. Kāpēc? Почему? Viss, kas ar mums notiek. Потому что все, что с нами случается. Tas ir Dieva darbs. Šis labais, kas notiek. Все это хорошее, это Божьи дела. Jo Dievs ir labs. Потому что Бог хорош. Kā bija jāatbild? И как надо отвечать? Vienmēr labs. Всегда. Dievs ir labs. Бог всегда хорош, всегда хорош. И он каждый день с нами. Каждый день. И сегодня мы услышим чудесное свидетельство. Сегодня нам служат братья и сестры из Чайнграга, Риги. Риги. Un viņus Dievs ir sasaucis kaut kā tāpat kā mūs. И их Бог также когда-то призвал так же, как нас. Un šie stāsti ir ļoti dārgi. И эти рассказы, они очень дороги. Jo mēs uzvaram vēlnu, kā? Потому что мы побеждаем дьявола как? Kristus asinīm, to Dievs izdarīja. Кровью Христа. Un? И? Liecībām. Свидетельством. Mums jārunā. Мы должны говорить. Šodien tas arī notiks. И сегодня это и случится. Mums būs liecības, tam mums būs у нас vārds. Будет свидетельство, потом будет слово. Un pēc tam es gribētu palūgt mūsu vienai māsai. И потом я хочу попросить у нашей одной сестры. Kuru mēs jau esam iesaukuši savā starpā par Maskvičku, которую мы так между собой назвали Москвичкой. Viņa atbrauks atpakaļ no Sočiem, no Olimpiādas. Она приехала обратно с Олимпиады из Сочи. Un mēs gribam zināt. И мы желаем узнать. Vai Dievs ar viņu arī tur bija ikdienas? Бог был ли и там вместе с ней каждый день? Vai viņa aiznesa tur savu Dievu? Отнесла ли она туда своего Бога? Varbūt tur bija daudz, kam tur bija Dievs? Может быть, там было много, у кого был Бог. Амен. Аминь. Tas būs brīnišķīgas liecības. Это будут чудесные свидетельства. Tas ir Dievs šodien starp mums. И это живой Бог сегодня между нами. Puiši paši pateiks savu vārdu. Парни и девушки сами скажут свои имена. Klausies un piefiksē. Слушай и оставляй при себе. Потому что будет говорить Бог. Varbūt tas nav tavs stāsts tieši. Может быть, это именно не твой рассказ. Varbūt tev liekas, ka tavai dzīvē vispār tas tā kā nebūtu vajadzīgs. Может быть, ты думаешь, это вообще не нужно для твоей жизни. Bet tev ir jāsāk liecināt, un tev vajag liecības, daudz liecību. Но ты нуждаешься в свидетельствах, в многих. Šīs tu arī var izmantot. И ты можешь использовать эти, когда ты свидетельствуешь другим людям. Тāpēc пираксти, atceries. Потому записывай, запоминай. Un ja tu nevarēsi atcerēties, mūsu mājaslapā būs pēc tam. Если не сможешь запомнить, тогда это потом будет на нашем сайте. Tā ir dzīvība. Это жизнь. Jo Dievs kā, ja viņš der pie tiem cilvēkiem, wow! Tu viens grib kāpt debesīs, laikam. Кто-то, наверное, на небеса хочет. Nolūz trepe. И ступеньки Labi. Сломались. Mēs aicinām mūsu brāļus. Приглашаем наших братьев. Добрый день. Labdien. Очень рад вас всех здесь видеть. Priecājos jūs visus šeit satikt. В первую очередь хочу поблагодарить этот прекрасный город и отдельных людей, которые нас гостеприимно встретили. Vēlos pateikties šiem cilvēkiem, kas mums sagaidīja. Sagaidīja un pakalpoja mums. И в
в это прекрасное утро хочу нести Слово Божие, Дева вардо, дела Божие, хочу засвидетельствовать, как я сам пришел к Богу, как Он явил чудо. Хочу, чтобы вы видели это чудо, потому что наступит момент, когда придет к вам. Хотите вы этого или нет? Мы часто ходим, мечтаем, думаем о чуде, думаем как оно придет, там маны какой-то ждем небесной, и не замечаем простых, маленьких каких-то таких, еле уловимых вещей, которые вокруг нас творятся, сплошь и рядом. И мы не считаем это за чудо, мы ждем чего-то, золота какого-то, там, слов неимоверных кучи, которые там, ну, тронут наши сердца, души. На самом деле, чудо всегда рядом с нами. Нам надо научиться видеть это, быть более открытыми, добрыми, просто держать уши востро. Хочу рассказать свою историю. Не буду очень долго рассказывать. География темная. Но не всегда я жил в Боге, и Он пришел ко мне совсем недавно. Но как я жил, не пожелаешь и врагу. И не желал бы вам самим встретиться с таким, как я, как я жил, такой образ жизни вел, грешник, каких мало. И тоже вот ходил, думал о Боге, там, звал к Нему, но никогда по-настоящему, что-то просил, что-то ждал, как и все вы, наверное. Потому что все мы грешим так или иначе, не делами, а мыслями. И вот как-то погрузился в такое отчаяние, ничего в жизни не получалось. Я старался своими силами, но мы ничего не добьемся своими силами, если мы не в Боге. Работал, бросил курить, не пил, семейные дела вел. Пытался как-то, ну, выйти в люди, выйти в свет, зажить нормально, по-хорошему, иметь хорошую семью, заработок, но ничего не получалось. Полтора года бился, как рыба об лёд, ничего не добился. И вот как-то в один прекрасный день, когда уже семья рушилась, все дела рушились, уже подумывал разное, и уехать отсюда, и заняться чем угодно. Думаю, может пойти там вообще нечистыми делами заняться, упаси меня, Господи. И вот пришел по-настоящему, раскаялся перед Отцом нашим Всевышним, упал на колени около церкви, помолился молитву, пока я никогда не молился, никогда Библию не читал, не знал псалмы, главы, я просто от всего сердца начал молиться, звать Ему. И через неделю пришло настоящее чудо. Я не просил ничего материального, я просто, у меня были вопросы к Нему. Я взывал к Нему. И Он услышал меня. Не прошло и года, там, 10 лет. По-настоящему помолился, и Он пришел. По-настоящему раскрылся от всей души, я поверил. Я призвал Его. Через неделю Он ответил на все мои вопросы. Я, пусть этот день будет благословенный. Пусть будут ваши молитвы личные. Пусть Он вам ответит на все ваши вопросы. Придет к вам. Потому что это настоящее чудо, то, что со мной произошло. И хочу сказать, что если произойдет такое чудо, дай Бог вам здравого рассудка, мудрости, увидеть это. И не останавливаться на достигнутом, а продолжать общение с Ним. В молитву, в служение. Потому что только так мы работаем с Богом, и начинают действовать Божьи механизмы, которые помогают нам восстановить развалины. Мы соль земли. Мы дети Его. Для того, чтобы творить чудеса. Аминь. Спасибо. Здравствуйте, церковь. Здравствуйте, святые праведные люди. Меня зовут Оксана, и я хочу рассказать о том, как Бог работает в моей жизни.
Перед вами стоит наркоманка. Jūsu priekšā stāv narkomāne. Грешница такая, которая, ну, грешница. Наверное, свои люди, kuri varbūt родные, tuvinieki, потеряли надежду на моё спасение, cerību, да, par to, ka es varētu glābties. Они меня похоронили. Un viņi var teikt, nolika krustu uz manis, apglabāja. В общем-то, все окружающие меня отвернулись. Было такое время, no manis, что... bija tāds laiks, что со мной не здоровались, видя меня на улице, переходили на другую сторону, лишь бы со мной не встретиться. Pusi, я дошла до того, что оставшись одна в Риге, да, я, Рига, ну, я начну с того, что я 17 лет я употребляла наркотики, я была в тяжелой зависимости. Gads, es lietoju narkotikas, bija dziļa atkarībā. Знаете, un, ziniet, мало того, что я потеряла надежду, не я tikai, не хотела жить, мне было так плохо, cerību, что, bija tik slikti, ka es negribēju dzīvot. Что, знаете, я очень полюбила спать. Знаете, почему? Un es ļoti iemīlēju gulēt, ziniet, потому kāpēc? Что я не хотела Tāpēc, с утра просыпаться, es negribēju no rīta от того, что мне было плохо. No tā, ka man bija slikti. И в один из таких дней ко мне подошел, ко мне подошли люди из нового поколения, ребята из церкви Кенгаракс, и рассказали, что есть другая жизнь, что есть выход. Я поверила, поехала noticēju, в операционный центр, там я познакомилась с Богом. Centru, Бог так могущественно коснулся меня, что, будучи совершенно... Совершенно атеисткой, да, неверующей, я уверовала так, что, знаете, по одной молитве Бог освободил меня от наркозависимости. Слава Господу! И знаете, давайте поблагодарим Бога. Бог могущественно действует, главное захотеть и пустить его, открыть свое сердце, открыть и отдать ему свою душу. После того, как он... После того, как он освободил меня от зависимости, я решила отдать свою жизнь Богу, посвятить себя на служение. И в данный момент я уже почти три года я не употребляю наркотики, я служу Богу. Я каждый день проповедую Евангелие на улице. Я призываю людей к спасению. Я рассказываю им о том, что есть выход, о том, что есть другая жизнь, о том, что зависимость и все, что украл дьявол у вас, да, это все можно вернуть, независимо от того, сколько вам лет и где вы живете. Если вы живете на улице, значит, у вас будет дом, у вас будет благословенная семья. Если у вас нет детей, значит, Бог вам их даст. Знаете, нет ничего невозможного для Бога. Все, что невозможно человеку, возможно Богу. Амен. И после этого, вот un сейчас там, я стою перед вами и свидетельствую, для меня это великое чудо, потому что на самом деле, амен. Знаете, вы сейчас видите воскресшую из мертвых. И я так рада, что у меня есть возможность вам послужить и рассказать свою историю. Бог великий, амен. Аллилуйя. Добрый день. Labdien. Спасибо за свидетельство. Paldies par liecību. Меня зовут Александр. Mani sauc Aleksandrs. Мы приехали из Риги. Mēs atbraucām no Rīgas. И я сегодня поделюсь словом. Un es šodien padalīšos ar vārdu. И поделюсь свидетельством. Un ar liecību. Как тоже Бог изменил мою жизнь. Kā Dievs mainīja arī manu dzīvi. Знаете, ребята просто очень волновались. Ziniet, viņi vienkārši ļoti uztraucās. Может, не смогли настолько красочно un, varbūt, nespēja tik krāšņi, и настолько подробно un sīki, рассказать о своей жизни. Pastāstīt par savu dzīvi. И действительно, может, ты сейчас сидишь в зале un, tiešām, varbūt, tu tagad sēdi zālē, и думаешь, un domā, как это связано с моей жизнью. Kāda saistīts ar manu dzīvi? Я никогда не прикасался к наркотикам. Es nekad neesmu pieskāries narkotikām. Может, в моей жизни никогда не было алкоголя. Varbūt, manā dzīvē nekad nav bijis alkohols. И все эти истории, un visi šie stāsti, они очень далеко от моей жизни. Ir ļoti tālu no manas dzīves. И никак не связаны. Un nekādā veidā nav saistīti. Но знаете, bet ziniet, какую главную мысль мы можем извлечь из этого? Kādu galveno domu mēs no tā varam iegūt? Из этих свидетельств. No šīm liecībām. Из этих уроков. No šīm mācībām. То, что Иисус, to, ka Jēzus, это ответ tā ir atbilde на любую проблему. Uz jebkuru problēmu.
С какими бы проблемами в жизни ты не сталкивался, lai ar kādām problēmām dzīvē tu nesaskartos, Иисус Jēzus может решить var atrisināt и вытащить тебя un izvilkt tevi из любой ситуации. No jebkuras situācijas. Аминь. Аминь. Я начну со своего свидетельства. Es sākšu ar savu liecību. И потом поделюсь словом. Un pēc tam padalīšos ar vārdu. На данный момент мне сейчас 34 года. Мне сейчас 34 года. Man tagad ir 34 gadi. И где-то с 13 лет. Un kaut kur no 13 gadiem. Своей жизни. Savas dzīves. Меня начало тянуть. Mani sāka vilkt. К неправильным вещам. Uz nepareizām lietām. У меня была нормальная семья. Man bija normāla ģimene. Хорошие родители. Labi vecāki. Которые очень любили. Kuri ļoti mīlēja. Которые старались. Kuri centās. Чтобы их сын вырос. Lai viņu dēls izaugtu. Хорошим. Par labu. Благополучным. Издаушос. И счастливым человеком. Laimīgu cilvēku. Но настал такой момент. Bet pienāca tāds brīdis. Когда я понял. Kad es sapratu. То, что мне перестало быть интересно со своими сверстниками. Ka man pārstāja būt interesanti kopā ar saviem vienaudžiem. Если до какого-то момента. Ja līdz kādam momentam. Жизни. Dzīvē. Мне было интересно, мы дружили. Interesanti, mēs draudzējāmies, общались. Kopā bijām. У нас были общие интересы. Mums bija kopīgas intereses. То где-то в возрасте 13 лет. Tad apmēram 13 gadu vecumā. Мне захотелось чего-то большего. Man sagribējās kaut ko vairāk. Мне захотелось попробовать закурить. Man sagribējās pamēģināt uzsmēķēt. Захотелось выпить. Sagribējās iedzert. И так мало-помалу. Un tā nedaudz mazums pēc mazuma. Жизнь покатилась. Dzīve sāka ripot. Куда-то. Kaut kur. В тартарары. Tālēs. Ну вот, а сначала. Bet sākumā. Казалось. Likās. Что вот это такая жизнь. Ka tā ir tāda dzīve. Там дискотеки. Tur ir diskotēkas. Алкоголь. Alkohols, наркотики. Наркотикас. Что это эти все вещи? Ka visas tās lietas. Они сделают меня счастливым. Tās padarīs mani laimīgu. И я вообще буду крутым. Un es vispār būšu kruts. Это знаете, как дьявол приходит? Ziniet, kā velns nāk. И в красивой обёртке. Un skaistā etiķetē. А за этой обёрткой? Bet zem šīs iesaļojuma. Скрывается разочарование. Stāv vilšanās. Скрывается боль. Слепьяс сапис. И разрушенная судьба. Un salaus sliktenis. И наркотики. Un наркотикас. Я начал употреблять. Es sāku lietot. Где-то в возрасте, наверное, там 15-16 лет. Apmēram 15-16 gadu vecumā. Так мало-помалу. Tā mazumiņš pēc mazuma. Моя жизнь начала рушиться. Mana dzīve sāka brukt. Сначала казалось. Sākumā likās. Что я все контролирую. Ka es visu kontrolēju. Что я все смогу и, varēšu, и когда захочу, un kad gribēšu, я могу сказать нет, es varu pateikt, nē, и начну жить нормально. Un sākšu dzīvot normāli. Но шли годы, bet gāja gadi, и я стал понимать, un es sāku aptvert, что моей воле, kā ar manu gribu, моей силы, ar maniem spēkiem, недостаточно nav pietiekami, для того, lai чтобы решить проблемы. Varētu atrisināt problēmu. Те проблемы, в которые я попал. Tās problēmas, kurās es nonācu. И через несколько лет употребления. Pēc dažiem lietošanas gadiem. Я оказался в очень глубокой зависимости. Es nokļuvu dziļā atkarībā. То есть мой день начинался с того. Mana diena sākās ar to. Что я просыпался. Ka es pamodos. Шел воровать. Gāju zakt. Для того, чтобы уколоться. Lai atkal varētu Итак, день за днём, un tā diena pēc dienas. Год за годом. Gads pēc gada. Проходила моя жизнь. Gāja mana dzīve. Конечно же. Protams. Родители сначала хотели помочь. Vecāki sākumā gribēja palīdzēt. И всё, что было в их силах. Un viss, kas bija viņu spēkos. Они старались, ну, употребить. Viņi mēģināja to izmantot, visu, ko varēja darīt. Чтобы вытащить меня вот. Lai izvilktu mani. Из этой ямы. No šīs bedres. Но всё было. Ничего не помогало. Bet nekas nelīdzēja. Я тоже. Un es arī. Очень много принимал решения раз. Es bieži pieņēmu šo lēmumu. Думаю, вот всё, с понедельника перестаю. No pirmdienas es beigšu. С Нового года перестаю. No jaunā gada beigšu. Там с Нового месяца, март наступит, вот точно всё завяжу. No viss tad beigšu. Знаете? Ziniet? И когда ты принимаешь решение, un kad tu pieņem lēmumu, и у тебя ничего не получается, un tev nekas neizdodas, приходит разочарование, tad nāk vilšanās,
Ты вроде хочешь. Tu it kā gribi. Ты хочешь что-то поменять. Gribi kaut ko mainīt. Ты не хочешь так жить, как ты живешь. Tu nevēlies dzīvot tā, kā tu dzīvo. Но своих сил недостаточно. Bet ar saviem spēkiem nepietiek. 18 лет меня первый раз посадили в тюрьму. 18 gados man pirmo reizi ielika cietumā. Тогда я отсидел год немного. Tad es atsēdēju nedaudz gadu. Мне повезло. Man paveicās. Но вышел и все равно продолжал колоться. Bet izgāju un tāpatās turpināju durties. Все равно продолжал употреблять. Tāpat turpināju lietot. И по сути, где-то уже в 20 лет apmēram 20 gados. Я полностью разочаровался в жизни. Es jau biju pilnībā vīlies dzīvē. И поставил крест. Un biju uzlicis krustu. Потому что я уже жить в 20 лет не хотел вообще. Jo 20 gados es jau vispār vairs negribēju dzīvot. Я каждое утро просыпался. Es katru rītu pamodos. Я проклинал этот день. Un nolādēju šo dienu. Я проклинал свою жизнь. Es nolādēju savu dzīvi. Потому что я уже настолько устал. Jo es jau biju tik ļoti noguris. 20 лет. 20 gados. Я уже настолько устал от жизни. Es jau biju tik ļoti noguris no dzīves. Что не хотелось жить вообще. Ka man vispār vairs negribējās dzīvot. И знаете, слава Богу, paldies Dievam, что мы все где-то трусы внутри. Трусы. А ka mēs visi esam gļēvuļi savā iekšēnē. Потому что много раз приходили мысли о самоубийстве. Jo bieži man nāca šīs domas par pašnāvību. Но все равно вот эта трусость внутри. Bet šī iekšējā gļēvulība. Где-то был какой-то еще барьер. Bija kaut kāda iekšējā barjera. Который мешал. Kas traucēja. Переступить через это. Pārkāpt tam pāri. Слава Богу. Un paldies Dievam. И в 21 год меня опять посадили в тюрьму. Un 21 gadu vecumā mani atkal ielika cietumā. И прошло некоторое время. Un pagāja kāds laiks. Пока я пришел в себя. Kamēr es atguvos. И я понял, что надо что-то менять. Un es sapratu, ka kaut kas ir jāmaina. Но на тот момент. Bet tajā momentā. Я прекрасно понимал. Es brīnišķīgi sapratu. То, что сам я не смогу решить эту то, проблему. Pat šo problēmu es nespēšu atrisināt. Я знал, что медицина. Es zināju, ka medicīna. Тоже не в силах мне помочь. Arī nespēs man palīdzēt. И никакие деньги. Un nekāda nauda. Тоже не решат мои проблемы. Arī neatrisinās manas problēmas. И на тот момент un tajā я momentā, настолько осознал, es tik ļoti apzinājos, что мне нужна помощь. Ka man ir vajadzīga palīdzība. Я знал, что если не произойдет в моей жизни чудо, es zināju, ja manā dzīvē nenotiks brīnums, то через, когда я освобожусь, tad pēc tam, kad es iznākšu atkal brīvībā, я снова вернусь обратно. Es atkal atgriezīšos atpakaļ. Я снова продолжу употреблять. Un turpināšu lietot. И мои извилины начали шевелиться. Un manas smadzenes sāka kustēties. Я начал думать. Es sāku domāt. Начал искать. Sāku meklēt. Где же выход? Kur ir izeja? Tad es sēdēju tюрьме. Tad es sēdēju cietumā. Знаете, сколько я помню? Un ziniet, cik es sevi atceros? С детства. No bērnības. Я всегда верил в Бога. Es vienmēr biju ticējis Dievam. Я не знаю, откуда во мне это было. Es nezinu, no kurienes tas manī bija. Потому что мне никто никогда не рассказывал в детстве. Jo man neviens bērnībā neko nebija stāstījis. О Боге. Par Dievu. Я учился в школе. Es mācījos skolā. Ещё в советские времена. Vēl padomju laikos. Ещё были пионеры. Vēl bija pionieri. И времена атеизма. Un ateisma laiks. Я помню такой случай. Es atceros tādu gadījumu. Когда сижу на уроке. Kad sēdēju stundā. И учительница. Un skolotāja. Нам рассказывает о теории эволюции. О, mums stāsta par evolūcijas teoriju. О том, что человек произошел от обезьяны. Par to, ka cilvēks ir radies no pērtiķa. Знаете, и тогда, сидя за партой. Un ziniet, toreiz, kad sēdēju pie šī sola. Я смотрел на нее. Es skatījos uz viņu. И думал, un вот гонит. Вот стаста. Думаю, какие обезьяны. Kādi mērķi. Какой там это большой взрыв. Kāds tur lielais sprādziens. Вот внутри всегда вот было. Iekšēnē vienmēr ir bijis. Вера в Бога. Bijusi šī ticība uz Dievu. И понимание того. Un sapratne par to. Что мы произошли от Бога. Ka mēs esam radušies no Dieva. И что нас сотворил Бог. Un ka Dievs mūs ir radījis. Знаете, даже вот если вспомнить. Pat ja atceroties. Те моменты, когда я употреблял. Tos momentus, kad es lietoju. Вроде, знаете, было такое разочарование уже. Bija jau tāda vilšanās. Но в то же самое время. Tāpēc, ka tajā pat laikā. Где-то в глубине. Kaut kur dziļi iekšēnē. Жила надежда. Dzīvoja cerība. Где-то в глубине все равно. Kaut kur iekšēnē vienalga. Знаете, вот может маленькая-маленькая капелька. Varbūt maz piliens. Какая-то крупица того, что все-таки все в конце будет хорошо. Maz graudiņš uz to, ka vienalga viss beigās būs labi. Я не мог понять, как. Un es nevarēju saprast, kā. Каким образом. Kādā veidā.
это произойдет. Kā tas varēs notikt? Ну, и вот такой, вот, знаете, вот дисбаланс, вроде ты разочарован. Tāda šūpošanās, it kā tu vīlies. А когда заглядываешь внутри, вроде есть надежда. It kā ir cerība. Что все может поменяться. Ka viss var mainīties. И расскажу. Es pastāstīšu. Как первый раз ко мне прикоснулся реально Бог. Kā pirmo reizi reāli pie manis pieskārās Dievs. Я вот сижу в тюрьме. Es sēdēju cietumā. Ищу выход. Meklēju izeju. Думаю, как что-то изменить. Kā kaut ko var mainīt. И мне мама начала присылать православные книжки. Un mana mamma sāka man sūtīt pareizticīgo grāmatiņas. Там про православных святых. Par pareizticīgo svētajiem. Мне было это интересно. Man tas likās interesanti. А отец? Bet tēvs? Он такой, ему нравилась восточная философия. Viņam patika austrumšī filozofija. Психология. Психология. А он мне начал присылать книжки там вот восточного этого направления. Un viņš man sāka sūtīt grāmatiņas par šiem austrumvirzieniem. Там Рерих, Блаватская на те времена там такого. Такие учения. Tādas mācības dažādas. И знаете, на тот момент, Un, ziniet, tajā momentā, я ничего не знал о Боге. Es pilnīgi neko nezināju par Dievu. Я ничего не знал о покаянии. Es neko nezināju par grēknožēlu. Я ничего не знал о Духе Святом. Es neko nezināju par Svēto Garu. Вообще там Слово Божие, по сути, никогда не читал. Nekad nebija lasījis Dieva vārdu. И в один вечер, Un vienā vakarā, со мной реально произошло чудо. Ar mani reāli notika brīnums. В очередной раз я вечером Kārtējo reizi vakarā, читал там вот православную книжку. Es lasīju šo pareizticīgo grāmatiņu. Я хочу сказать, что на тот момент, Un gribu teikt, ka tajā momentā, ну, я был вот, ну, полным грешником. Es biju pilnīgs grēcinieks. Только в тюрьме. Un cietumā. И лежу, читаю. Un guļu lasu. Один вечер. Vienu vakaru. Знаете, и я не знал, что это тогда. Я не знал, что это Дух Святой. Un tajā brīdī es nezināju, ka tas ir Svētais Gars. Но в тот момент меня настолько сильно mani tik spēcīgi наполнила любовью. Piepildīja ar mīlestību. Меня настолько сильно наполнило Божьим присутствием. Tik ļoti piepildīja šī Dieva klātbūtne. Что я лежал, ka es gulēju, читал, lasīju, такой сел, tāds apsēdos, книжку закрыл, грамотиню aizvēru, сижу и не могу понять. Сижу, nevar saprast. Что со мной происходит? Kas ar mani notiek? Ну, знаете, это такое состояние блаженства было. Tāds labs stāvoklis. Что на тот момент, ka tajā momentā, я понял, что это круче любого наркотика. Что это лучше наркотика. Ka tas ir labāks nekā jebkāda veida narkotikas. Что такого переживания и чувства, ka tādus pārdzīvojums un izjūtas, я еще никогда не ощущал. Es vēl nekad nebiju jūtis. Я думаю, может рассказать кому-то. Es думаю, ну, varbūt kādam pastāstīt. Подумаю, что крыша съехала. Varbūt jumts aizbrauc. Ну да, ну как ты расскажешь? Ну что с тобой? Kā tu izstāstīsi, kas ar tevi? А мне настолько хорошо. Bet man bija tik ļoti labi. Я настолько вот какая любовь необъяснимая наполняет. Tātad piepildījos ar tādu neizskaidrojumu mīlestību. Такой мир, покой. Мирs un покой. Мирs. Я. Ну вот, на следующий вечер. Nākamajā vakarā. Думаю, надо попробовать. Думаю, ну vajag pamēģināt. Может, получится ещё раз. Varbūt vēlreiz izdosies. Потому что тогда ещё такие мысли приходили. Tad vēl nāca tādas domas. Я думаю, вот кайфануть можно. Вот var labi dabūt kaifu. В тюрьме на халяву. Цитума par brīvu. Да, просто вот так вот. А это Бог был. Bet tas bija Dievs. Я специально дождался вечера. Es speciāli sagaidīju vakaru. Все легли спать. Visi likās gulēt. А я помню, тогда зима еще была. Bet es atceros, tad vēl bija ziema. Такой снежок идет. Tāds sniedziņš krīt. Я опять лег, читаю. Es atkal noguļos un lasu. И думаю, придет эта фигня или нет. Vai tas tur nāks? Наполнит или нет? Piepildīs vai nē? Да потому что я не понимал, что это. Tāpēc, ka es nesapratu, kas tas ir. Читаю, смотрю, 5 минут проходит, ничего. Lasu, nu, skatos, 5 minūtes paiet, nekas nenotiek. 10 минут проходит. 10 minūtes paiet. Тоже ничего. Ar nekas nenotiek. И потом еще момент какой-то. Un pēc tam vēl kādu brīdi. Знаете, и меня опять, бац, Дух Святой наполняет. Svētais Gars piepilda. Я думаю, вот это да. Un domāju, jā, tas gan. И потом как-то вот после этого момента. Un pēc tam, pēc šī momenta. Все вот как-то закрутилось. Viss kaut kā sagrozījās. К нам в камеру. Pie mums uz kameru. Сажают верующего человека. Iesēdina cīgu cilvēku. Тоже бывшего наркомана. Arī bijušo наркоману. Он упал там. Viņš nokrita. Попал в тюрьму. Nokrita, nonāca cietumā.
Но на тот момент моментā, он мне смог рассказать, viņš man spēja pastāstīt, что такое покаяние, kas ir grēk nožēl, что есть Дух Святой, ka ir svētais gars, что есть Бог, ka ir Dievs, который может вам помочь, kas var palīdzēt. Вот. И как-то так вот закрутилось все. Un kaut kā tas viss gāja uz priekšu. Еще такой момент вспомнил, vēl atceros tādu brīdi, который произошел, kas notika, тоже там, может, лет за пять, arī kādus 5 gadus pirms tam, до того, как я в тюрьму попал, kā es nonācu cietumā. Мы просто, знаете, очень много ходим, проповедуем, mēs vienkārši daudz staigājam un sludinam, рассказываем людям, stāstam cilvēkiem, в церковь приглашаем, aicinam uz draudzi, кто-то принимает, кто-то нет, kāds pieņem, kāds ne. И со мной случай такой произошел. Un ar mani notika tāds gadījums, когда мы только колодца начинали, kad tikko bija sācis durties. Я помню, мы с другом как-то идем по центру. Es atceros, mēs ar draugu ejam par pilsētas centru. И к нам две девчонки подходят. Un pie mums pienāk divas meitenes. Молодые. Jaunas. И говорят. Un saka. Ребята, зачем вам колодцы? Puiši, kāpēc jums ir jādurās? Есть Бог. Ir Dievs. Который может вам помочь. Kas jums var palīdzēt. Но на тот момент. Bet tajā brīdī. Я послал их на три буквы. Es aizsūtīju viņus. Сказал, какой Бог. Kāds Dievs? Čo vi меня заворачиваете? Ko jūs man te stāstat? И все, и мы пошли дальше. Un viss mēs gājām tālāk. Знаете, весь этот разговор, un, ziniet, visa šī saruna, он был не больше минуты. Tas tā ilga, ne ilgāk kā vienu minūti. Но прошло 5 лет, bet pagāja 5 gadi, когда я оказался в тюрьме, kad es nonācu cietumā, я вспомнил этот случай. Es atcerējos šo gadījumu. У меня в мозгах что-то щелкнуло. Un mans smadzenēs kaut kas bija kāds klikšķis. Я понял, es sapratu, что кому я еще ни разу по-настоящему не обращался за помощью. Pie kā es vēl nereizi pa īstam neesmu griezies pēc palīdzības. И вот после этого начали происходить все эти события. Un pēc visa tā sāka notikt visi šie notikumi. Когда там меня Дух Святой наполнил, когда этот верующего к нам в камеру посадили. Kad man piepildīja šis svētais gars, kad iesēdināja šo ticīgo. Ну, и потом меня перевозят в другую тюрьму. Pēc tam mani pārveda uz citu cietumu. Там была уже возможность ходить в церковь. Tur jau bija iespēja doties uz cietumā šo капеллу. И там я уже мог проповеди слушать. Tur jau es varēju klausīties svētrunas. Так уже более углублённо о Боге узнать. Un vairāk dziļāk uzzināt par Dievu. И на тот момент, un tajā brīdī, до освобождения мне оставалось где-то полгода. Līdz atbrīvošanai man apmēram palika pusgads. Там у нас не было наркотиков. Tur mums nebija narkotikas. И я не понимал. Un es nesapratu. Я думаю, я сейчас освобожусь. Es domāju, es tagad tūlīt atbrīvošos. И снова начну колоться. Un atkal turpināšu durties. И думаю, как меня Бог освободит? Kā Dievs man palīdzēs atbrīvoties? И начал очень сильно молиться. Un sāku stipri lūgties. Говорю, Господь, освободи меня. Un teikt, Dievs atbrīvo mani. Дай мне свободу. Dod man brīvību. А сам думаю. Bet pats domāju. Когда я узнаю, когда эта свобода придет? Kad es uzzināšu, kad tā brīvība nāks. Потому что там наркотиков не было. Tāpēc, ka tur nebija narkotikas. В тюрьме. Cietumā. Ну и не хочется. Un arī kaut kā negribās. Вот я молюсь. Un es lūdzos. Месяц проходит. Paiet mēnesis. Второй месяц Otrs проходит. Mēnesis. Срок освобождения все ближе и ближе. Atbrīvošanas laiks aizvien tuvāk. Я думаю, блин, я не хочу обратно, я не хочу в ту жизнь, которую живу. Es negribu atpakaļ uz to dzīvi, kur dzīvoju. И один раз мне приснился сон. Un vienu reizi man, es nosapņoju sapni. После которого я понял. Pēc kura es sapratu. Что Бог дал мне свободу. Ka Dievs man ir devis brīvību. И расскажу, что мне приснилось. Un izstāstīšu, ko es nosapņoju. Я вот молюсь, Господь, дай свободу. Es lūdzu, Dievs, dod man brīvību. Dod man brīvību. Мне сон снится. Un man bija šis sapnis. Знаете, вот настолько реальный. Viņš bija tik reāls. Как будто вот по-настоящему произошло. It kā tas būtu noticis īstenībā. Я вижу себя со стороны, стою. Es redzu sevi no malas. Стою я. Stāvu es. И ко мне парень подходит. Un pie manis pienāk puisis. Протягивает шприц. Un dod man шприци. И говорит, на, уколись. Ņem iešpricē. А я ему отвечаю. Un es viņam atbildu. Говорю, я не буду. Es to nedarīšu. Меня Иисус освободил. Mani Jēzus ir atbrīvojis. Знаете, вот после этого я проснулся с утра. Ziniet, pēc tam es no rīta pamodos. Я понял. Un es sapratu. Что Бог дал мне свободу. Ka Dievs man ir iedevis brīvību. И это было в 2004 году. Un tas bija 2004. Gadā. После этого момента. Un pēc šī brīža. Скажу честно, ни одной мысли teikšu, вообще.
ka nevienas domas vairs nebija. Вообще. Pilnībā. Как будто, знаете, вот что-то было в тебе внутри. И как тебе iekšēnē kaut kas bija. Бог пришел. Un Dievs atnāca. Забрал это. Paņēma to. И все. Un viss. Вот короткое свидетельство мое небольшое. Tā bija mana nelielā liecība. Как Бог kā Dievs пришел ко мне. Atnāca pie manis. Теперь поделюсь с вами. Un tagad padalīšos ar jums. Словом Божьим. Ar Dievu vārdu. И давайте, у кого Библия есть, откроем. Kam ir Bībeles, atvērsim. Евангелие от Иоанна. Jāņa evaņģēlija. 8. глава. 8. Nodaļu. 31-32 стих. 31-32 пантu. Тема очень простая. Тема ir ļoti vienkārša. Но очень актуальная. Bet ļoti aktuāla. Я думаю, для каждого. Ikvienam aktuāli. Потому что Иисус там говорит такие слова. Tāpēc, ka Jēzus saka tādus vārdus. Он сказал, и познаете истину. Un iepazīsiet brīvību. И истина. Un brīvība. Сделает вас свободными. Darīs jūs brīvus. Истина освободила меня. Patiesība atbrīvoja mani. От зависимости наркотиков. No atkarības, no narkotikām. Истина освободила моих друзей. Patiesība atbrīvoja manus draugus. От зависимости. Arī no atkarības. И та же сама. Un tāpatās. Иисус продолжает освобождать. Jēzus turpina atbrīvot. И давать свободу. Un dot brīvību. Знаете, рабство. Ziniet, verdzība. И не свобода. Un šī būšana nebrīvē. Она бывает разных видов. Tā var būt dažāda veida. Это может быть зависимость от наркотиков. Tā var būt atkarība no narkotikām. От алкоголя. No alkohola. От сигарет. No cigaretēm. Болезни. No slimībām. Нищета. Nabadzības. Проклятия. Lāstiem. Депрессия. Depresijas. Это все не свобода. Tas viss это все nebrīve. Рабство. Tā visa ir verdzība. В котором kurā дьявол пытается удержать людей. Velns mēģina noturēt cilvēkus. Дьявол пришел для чего? Velns ir nācis kādēļ? Чтобы человека сделать несчастным. Lai cilvēku darītu nelaimīgu. Чтобы разрушить жизнь. Lai izjauktu dzīvi. Чтобы измучить. Lai izmocītu. Библия написано. Bībelē ir teikts. То, что враг ka ienaidnieks приходит украсть, убить и погубить. Nozagt. А Иисус говорит: nomaitāt. Я пришел дать жизнь. Bet Jēzus ir teicis, и жизнь ka viņš ir nācis с избытком. Dot dzīvību un dzīvi ar pārpilnību. Но bet есть одно условие. Ir viens noteikums. Для познания. Lai iepazītu. Давайте прочитаем с 31 стиха. Izlasīsim no 31. Panta. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam. Если прибудете в слове моём, ja jūs paliekat manos vārdos, то вы истинно мои ученики. Jūs patiesi esat mani mācekļi. И познаете истину. Un jūs atzīsit patiesību. И истина сделает вас свободными. Un patiesība darīs jūs brīvus. Знаете? Ziniet? На данный момент жизни, dzīves momentā, мы имеем всё то, mums pieder viss tas, čemu nas naučili. Kam mēs esam iemācīti. Аминь. Vai tā ir? Amen. Смотрите. Skatieties. Самая главная проблема, pati lielākā problēma в нашей жизни, mūsу dzīvē, это мы сами. Tie esam mēs paši. Самое главное решение проблемы, а pats galvenais problēmas risinājums заключается в нашем мышлении. Слепьес мусу домашина. Почему Иисус? Kāpēc Jēzus? Ставит акцент. Liek šo akcentu. И если прибудете в слове моём. Un ja būsiet, ja paliekat manos vārdos. То вы истинно мои ученики. Jūs patiesi esat mani mācekļi. Познаете истину. Iepazīsiet brīvību. И истина сделает вас свободными. Patiesība jūs darīs brīvus. Аминь. Amen. Смотрите. Skatieties. Нас учили чему-то в школе. Kaut kā mūs mācīja skolā. Нас учили на улице. Mūs mācīja uz ielas. Нас продолжают учить через телевидение. Un mūs turpina mācīt caur televīziju, caur avīzēm. Это та информация, tā ir tā informācija, которую мы впитываем в себя. Kur mēs iesūcam sevi. Даже может не осознавая до конца. Pat varbūt pilnīgi to neapzinoties. Понимаете? Saprotiet. И сейчас мы находимся. Un šobrīd mēs atrodamies. Каждый человек. Katrs cilvēks. На том месте. Tajā vietā. Куда? Kurā? Привели нас наше мышление. Mūs ir atvedusi mūsu domāšana. И куда привели нас? Un kur mūs ir atvedušas? Наши мозги. Mūsu smadzenes. Аминь. Amen.
Смотрите, Бог Skatieties, Dievs желает vēlas благословить svētīt каждого человека. Katru cilvēku. Он желает, Viņš vēlas, чтобы каждый человек был счастлив, lai katrs cilvēks būtu laimīgs, чтобы каждый человек имел радость, lai katram cilvēkam būtu prieks, чтобы у каждого человека было материальное благословение, lai katram cilvēkam būtu šī materiālā labklājība. Знаете, но это не придет само собой. Bet tas no sevis pats neatnāks. У Бога есть принцип. Dievam ir princips. Это благословение, šī svētība, само собой, оно не обрушится на нашу жизнь. Pati par sevi uz mūsu dzīvi nenokritīs. Бог желает нас vēlas научить, mūs iemācīt. Для чего нужно пребывать Kādēļ ir jāpaliek Slovi Božiem? Dieva vārdā. Слово Божие – это как учебник, Dieva vārds ir kā mācību grāmata, через который caur kuru Бог Dievs учит нас, māca mūs, как нам kā mums наследовать iemantot благословенную жизнь. Svētīgu dzīvi. Ребята, вы со мной вообще? Vai jūs esat ar mani vispār? Аминь. Амен. Давайте просыпаться. Помодимся. Понимаете? Saprotat? Ты не можешь работу найти. Tu nevari atrast darbu. У тебя может какие-то финансовые проблемы. Varbūt tev kādas finansiālas problēmas. Ты можешь думать, Лембергс козёл. А правительство там такое сикое. Ай, Лемберг, стац, ай, валдība тада un шада. Или начальник там такой сикой, неплох, un priekšnieks, да? Несправедливый. Tāds netaisnīgs. Плохой. Slikts. Я хочу тебе сказать. Es gribu tev teikt. Начни. Sāc. Решать. Risināt. Свои проблемы. Savas problēmas. Себя. No sevis. Пойми, saproti, можно постоянно var visu laiku искать причину в ком-то другом. Meklēt iemeslu kādā citā. Этот такой. Šis ir tāds. Этот сикой. Un šis ir tāds. Тут вообще там непонятно vispār что. Nevar saprast, kas. А Иисус говорит. Bet Jēzus saka, эй, брат или сестра. Эй, брали vai māsa. Бревно сначала из своего глаза достань. Vispirms izvēlt šo baļķi no savas acis. А потом увидишь, как сучок вынуть. А pēc tam ieraudzīs, из глаза брата твоего. Izvilkt no brāļa acis. Этим самым Иисус показывает, мы должны себя начать решать. Ar to pašu Jēzus parāda, ka jāsāk risināt no Прежде sevis. Прежде всего, мы должны себя менять. Vispirms mums ir jāmaina sevi. Менять свое мышление. Mainīt savu domāšanu. Менять свое сердце. Mainīt savu sirdi. Менять свой характер. Mainīt savu raksturu. Знаете? Ziniet? Благословение. Svētība. Благословение. Svētība. Оно базируется. Tā balstās. На определенных принципах. Uz noteiktiem principiem. Аминь. Амен. Через которые, которыми. Ar kuriem. Бог учит нас через свое слово. Dievs māca mūs ar savu vārdu. Например. Piemēram. Бог говорит. Dievs saka. Верный в малом. Uzticīgs mazumā. И во многом верен. Arī būs uzticams daudz. Вот ты, может, работаешь, думаешь. Un tu strādā un domā. Да что мне здесь ничего не платят? Kāpēc man te neko nemaksā? Что я буду стараться? Ну, ko es te centīšos? Вот если бы мне подняли бы зарплату. Вот я вам поцалту алгу. В два раза. Divas reizes. Вот тогда бы я начал бы вот работать. Вот тогда es sāktu riktīgi strādāt. Знаете, это обман. Bet ziniet, tas ir apmāns. Samobman. Pašapmāns. Если ты сейчас не работаешь. Nestrādā tagad. Если ты сейчас не верен. Ja tu tagad neesi uzticams. То ты и не будешь верен тогда. Tad arī tu nebūsi uzticams. Когда тебе зарплату подымет. Kad tev palielināšu algu. Или когда какие-то обстоятельства. Vai arī kaut kad kādi apstākļi. В твоей жизни изменятся. Tavā dzīvē mainīsies. Будь верен сейчас. Esi uzticams tagad. Будь верен в том. Esi uzticams tajā. На чем тебя Бог поставил? Kur tevi Dievs ir nolicis? На работе. Darbā. В служении. Kalpošanā. В семье. Ģimenē. Аминь. Амен. Будь верен в этом малом. Esi uzticams šajā mazumā. Mācies. Бог говорит. Dievs saka. И все, что не делаете. Un visu, ko darat. Делайте, как для Господа. Дарит visu, kā Dievam. То есть к любому делу. Tātad pie jebkuras lietas. К которому мы относимся. Pret kuru mēs attiecamies. Мы должны относиться добросовестно. Mums ir jātiecas labi. Аминь. Амен. Это Божий принцип. Tas ir Dieva princips. Понимаете, это Божья истина. Tā ir Dieva patiesība. Которую мы должны kuru mums утвердить в своей жизни. Ir jānostiprināt savā dzīvē. Вот, например, я. Piemēram, es. Там вот по старой жизни, да? Vecajā dzīvē. Там халтурщик. Bija халтурей. Халявщик. Mēģināju haļavu visu izdarīt. Мне вообще было западло работать. Man vispār negribējās strādāt. Я вообще думал. Es vispār domāju.
Чтобы я работал? Лай страдат. Да никогда в жизни. Некад дзиве. Понимаете? Сапротиет. Кто-то в меня этот принцип раньше утвердил. У кад шо принципа маны кадрес бей ностепринайс. Почему я должен работать? Капец, вам будет я страдать. Я лучше пойду украду. Es labāk iešu un nozakšu. Гораздо легче. Tas daudz vienkāršāk. Быстрее. Ātrāk. И все, раз. Un viss. Понимаете? А Бог приходит нак, и говорит, сака, надо работать, ир ястрада, надо быть верным, ир ябут устыцамам, надо трудиться ир яценшес, и так далее. Un tad, понимаете? Сапротиет, и это вот Божья истина, ши Дева патиесība, это Божьи принципы, ши Дева принципы, на котором уз курием, базируется ир памата, Божье благословение. Дева святība. И этими принципами un ar šiem principiem учит нас Бог через свое слово. Dievs mums māca šos principus caur savu vārdu. Задай себе вопрос Uzdod сейчас. Savu jautājumu tagad. Сколько времени Cik daudz laika ты tu пребываешь в Слове Божьем? Velti Dievu vārdam. Как часто Cik bieži ты его открываешь? Tu to atver. Раз в неделю? Reizi nedēļā. Два раза в неделю? Divas reizes nedēļā. А может, раз в месяц? Bet varbūt reizi mēnesī. Я хочу сказать тебе, друг. Es tev vēlos, draugs, teikt. Если ты раз в месяц открываешь Слово Божье, ja tu reizi mēnesī atver Dieva vārdu, tad švaki. Ты увидишь Божье благословение в своей жизни. Ka tu ieraudzīsi Dieva svētību savā dzīvē. Ты достигнешь всего того, tu sasniegsi visu to, что ты сможешь достичь своими силами. Ko tu varēsi sasniegt ar saviem spēkiem. Бог может и хочет тебя благословить. Dievs grib un var tevi svētīt. Но он просто, у него руки связаны. Bet viņam vienkārši rokas ir sasietas. Потому что, чтобы тебя благословить, tādēļ, ka, lai viņš varētu tevi svētīt, Бог желает Dievs vēlas тебя научить. Tevi iemācīt. Аминь. Amen. Смотрите. Skatieties, знаете, что статистика показывает? Ko rāda statistika? Те люди, Tie cilvēki, которые в лотерею, kuri loterijā, выигрывали очень большие призы, ir laimējuši ļoti lielas balvas, там миллионы, может, kādus да? miljonus varbūt, десятки миллионов, desmitus miljonu, в итоге, gala rezultātā, они транжирили все деньги, viņi iztērēja visu naudu, и после того, un pēc tam, как они все потратили, kad viņi visu bija iztērējuši, их жизнь viņu dzīves становилась еще хуже, kļuva vēl sliktākas, чем до того момента, nekā pirms tam brīdim, когда вот этот приз пришел в их жизнь. Kad šīs laimes atnāca viņu dzīvēs. Какой урок? Kāda ir mācība? Какая мысль? Kāda ir šī doma? Нужно научиться. Ir jāiemācās. Вот ты думаешь, сейчас вот мне на голову миллион упадет? Я tagad man nokritīs miljons. Я кошелек где-нибудь найду там. Es varbūt atradīšu kaut kur maku. Я помню, мы сходили раньше и мечтали. Kādreiz вот staigājām un domājām, sapņojām. Чемодан с деньгами бы найти. Varētu atrast kādu koferi ar naudu un visu. И самым счастливым человеком будешь. Un pats laimīgākais cilvēks būsi. Знаете, на самом деле не Ziniet, так. Ziniet, patiesībā. Даже если какие-то Pat, ja kaut kādas легкие и быстрые деньги, они придут в твою жизнь. Vieglas, ātras naudas atnāks uz tavu dzīvi. Они все равно Viņas vienalga. Благословенным и счастливым человеком Tevi par svētīgu, laimīgu cilvēku Тебя не сделают. Nepadarīs. Потому что если ты не научишься Jo, ja tu neiemācīsies жить в благословении, dzīvot svētībā, если ты не научишься ja tu neiemācīsies принципам, principiem, которые Бог учит нас, kuriem Dievs mūs māca, то даже если деньги придут, tad tādā gadījumā, ja pat nauda atnāks, это все таким же путем уйдет. Tas tādā pat veidā arī aizies. Посмотреть, если Ja paskatīties, когда Бог вывел израильский народ из Египта, kad Dievs izveda Izraela tautu no Ēģiptes, они 40 лет ходили по пустыне. Viņi 40 gadus staigāja pa tūkstnesi. Божья воля была Dieva griba bija ввести ievest израильский народ Izraela tautu из Египта no Ēģiptes в землю обетованную. Apsolītajā zemē. Аминь. Amen. Но Бог повел их через пустыню. Bet Dievs veda viņus caur tūkstnesi. Для чего? Kādēļ? Чтобы испытать, lai pārbaudītu, чтобы очистить, lai attīrītu, и чтобы научить. Un lai iemācītu. Почему они 40 лет бродили по пустыне? Kādēļ viņi klejoja 40 gadus pa šo tūkstnesi? Бог их содержал. Dievs viņus uzturēja. Бог являл какие-то чудеса в их жизни. Dievs darīja brīnumus viņu dzīvēs. Бог их оберегал в пустыне. Dievs apsargāja viņus tur. Но Библия говорит, Bet Bībele saka, что одно поколение, ka viena paudze, оно так и не вошло. Tā arī neiegāja.
в землю обетованную. Абсолютная земля. Они слышали. Они дзирдея. Они даже, может, где-то видели вдалеке. Они пат, варбут, талума, кауку редзея. Но так они не вошли туда. Та ари тур не иегая. Почему? Кадель. Они не научились. Они не иемацияс. Аминь. Амен. Понимаете? Сапротит. Они не научились. Они не иемацияс. Ты, может, сидишь, слушаешь. Ты, варбут, сэди и клаусиес. Пастор проповедует. Мацитайс слудина. О благословении. Пар светибам. О земле обетованной. Пар абсолито земи. Что Бог желает тебя сделать счастливым. Что Бог желает тебя исцелить. Что Бог желает тебя благословить. Проходит год. Пает гад. Проходит два. Пает диви гады. Проходит пять лет, пает может. Пает пяти гады, варбут. Ты слышишь, слышишь. Дзирди, он дзирди. Слышишь, слышишь. Дзирди, дзирди. И ничего не происходит. Некас не нотик. И думаешь. Он дома. А правда ли вообще в Библии написано? Бедва виспар патиесиба ракстита Библия. А правда ли Бог вообще есть? Bet vai patiesībā Dievs ir? Правда ли Он силен? Vai patiesībā Viņš ir spēcīgs? Правда ли Он хочет благословить? Vai patiesībā Viņš grib svētīt? Я тебе хочу сказать, что это правда. Es gribu tev teikt, tā ir taisnība. Просто самая. Vienkārši. Главная проблема. Pati galvenā problēma. Она заключается в нас самих. Слепьясь мусос пашос. Посмотрите, почитайте Ветхий Завет. Paskatieties, palasiet veco derību. Когда Израиль ходил по пустыне. Kad Izraels staigāja pa tuksnesi. Написано что? Ir rakstīts kas? Они Бога искушали. Viņi kārdināja Dievu. Они были непослушны. Viņi bija nepaklausīgi. Они роптали. Viņi kurnēja. Они не хотели учиться. Viņi negribēja mācīties. Вот в чем была главная причина. Lūk, kur bija galvenais iemesls. Написано то, что до земли обетованной. Bija rakstīts, ka līdz šai absolūtajai zemei. Там я не помню, за месяц меньше можно было дойти. Tur bija за две недели можно было дойти. Ka varēja nonākt pa divām nedēļām. Понимаете? Saprotiet. Но они кружили. Bet viņi riņķoja. И так кто-то и не вошел. Un tā arī kāds neiegāja. И есть еще одно условие. Un ir vēl viens nosacījums. Ученичество. Māceklība. Потому что, чтобы, Tādēļ, lai, повторюсь, atkārtošos, наследовать благословение, iemantot svētības, этому нужно научиться. Tam ir jāiemācās. Первое условие, pirmais nosacījums, это пребывать в Слове Божьем. Palikt Dieva vārdā. И есть еще один Божий принцип, un ir vēl viens Dieva princips, через который Бог нас учит. Cer, kuru Dievs mūs māca. Иисус сказал в одном месте, Jēzus vienā vietā teica, кто идет за мною kas seko man, и не несет креста своего, un nenes savu krustu, тот не может быть моим учеником. Tas nevar būt mans māceklis. Повторю. Atkārtošu. Кто идет за мною, kas seko man, Иисус говорит, to saka Jēzus, и не несет креста, un nenes krustu, тот не может быть tas nevar būt моим учеником. Mans māceklis. Еще одно условие vēl viens nosacījums для ученичества māciklībai. Иисус говорит, Jēzus saka, мы должны взять крест. Mums ir jāpaņem krusts. Аминь. Amen. Что такое крест? Un kas ir šis krusts? Я раньше не понимал. Es kādreiz nesapratu. Может, крестик там, да, на веревочке. Varbūt kaut kāds krustiņš jāpaņem. Нацепить. Я уж тебе не ускакла. Мне Бог открыл. Bet Dievs man atklāja. Что значит взять крест? Ko nozīmē paņemt krustu? Крест – это служение. Krusts – tā ir kalpošana. Аминь. Amen. Если ты хочешь, ja tu vēlies, чтобы Бог, lai Dievs, тебя чему-то научил, tevi kaut kam iemācītu, обязательно, obligāti, нужно, ir nepieciešams, находиться, atrasties, в каком-то служении. Kādā kalpošanā. Потому что Бог, tādēļ, ka Dievs, учит, māca, своих детей, savus bērnus. Бог учит, Dievs māca, церковь, draudzi, через служение. Caur kalpošanu. Если ты ja tu не участвуешь nepiedalies ни в каком nekādā служении в церкви, draudzes kalpošanā, это говорит о том, tas liecina par to, что ты ka tu еще до сих пор vēl не взял крест. Paņēmis krustu. Аминь. Amen. Вот смотрите, для Иисуса paskatieties, Jēzum, крест был. Krusts bija. Это быть распятым на Голгофе. Tas nozīmē būt piesistam Golgātas krustā. Это был его крест. Tas bija viņa krusts. Это было его служение. Tā bija viņa kalpošana. Ради которого kuras dēļ он пришел на эту землю. Viņš nāca uz šo zemi.
Так же самое. Tāpat, я хочу сказать тебе, pateikt, что для tev, каждого человека ka cilvēkam, в церкви draudzē, есть ir, свое служение. Sava kalpošana. Для тебя tev, есть крест, ir krusts, который Иисус kuru Jēzus приготовил тебе. Ir sagatavojis tev. Аминь. Аминь. И если ты его еще не взял, un, ja tu to līdz šim neesi paņēmis, то пришло время задуматься. Tad ir pienācis laiks aizdomāties. Действительно. Vai patiešām, Господь, Dievs, к чему меня ты призвал? Kam tu esi mani aicinājis? Где мой крест? Kur ir mans krusts? В чем заключается мое служение? Kur slēpjas mana kalpošana? Аминь. Аминь. Нужно получить видение от Бога. Ir nepieciešams saņemt redzējumu no Dieva. Ради чего? Kura dēļ? Kā dēļ? Ты сидишь здесь. Tu šeit sēdi. Знаете? Ziniet? Вот у меня домашняя группа есть. Man ir mājas grupa. И я вообще учу на домашней группе на своей. Un kam es mācu savā mājas grupā? То, что Tam. Какие-то материальные благословения. Kādas materiālās svētības? Это не лучший мотиватор. Tas nav labākais motivators. Самое главное для чего? Pats galvenais. Иисус умер. Kādēļ Jēzus ir miris? Чтобы дать нам жизнь вечную. Lai dotu mums mūžīgo dzīvību. Аминь. Amen. Знаете? Ziniet? Много есть случаев. Ir daudz gadījumi. Когда Бог исцеляет. Kad Dievs dziedina. А когда Бог не исцеляет. Un kad Dievs nedziedina. Когда Бог может там как-то финансово благословляет. Когда var Dievs finansiāli svētī. А когда не благословляет. Bet kad nesvētī, tā. Если посмотреть времена. Ja paskatīties. Первоапостольской церкви. Uz šo pirmo draudžu laiku apustuļu. То тогда христиан. Tad kristiešus. Их за веру сжигали. Viņus par ticību dedzināja. Их убивали. Viņus nogalināja. Их распинали. Viņus sasita. Знаете? Ziniet, я думаю, они тогда мало думали. Un es domāju, ka viņi tad maz domāja. О каких-то финансовых благословениях. Par kādām finansiālām svētībām. О благополучии каком-то. Par labklājību. А вот бы мне сейчас машину покруче. Вот tagad man labāku mašīnu. Или куда-нибудь отдохнуть съездить, Vai там, подальше. Kaut kur atpūsties, kaut kur tālāk. Понимаете? Saprotiet. Или работу получше найти. Vai atrast labāku darbu. Они просто шли на смерть. Viņi vienkārši gāja uz nāvi. Ради того, Tādēļ, что они верили в Иисуса Христа, ka viņi ticēja Jēzum Kristu, что они знали, ka viņi zināja, что Иисус умер за них, ka Jēzus ir miris чтобы par viņiem, дать dotu, жизнь вечную. Dzīvi mūžīgo. Это самое главное, Tas ir pats galvenais, что Бог ko Dievs приготовил для нас. Sagatavojis mums. Это вечная жизнь. Tā ir mūžīgā dzīve. Ради этого Он церковь свою создал. Tādēļ Viņš ir radījis savu draudzi. Ради этого Он пасторов поставил. Tādēļ Viņš ir nolicis mācītājus. Ради этого Он Своё слово дал. Tādēļ viņš ir devis savu vārdu. Аминь. Amen. Знаете? Ziniet? Я такую мысль однажды услышал. Es dzirdēju reiz tādu domu, которая очень меня зацепила. Kura ļoti aiztēra mani. Почему мы не видим сейчас? Kādēļ mēs tagad neredzam? Той жертвенности. Tos upurus. Ради Евангелия. Evangelija dēļ. Ради служения. Kalpošanas dēļ. И Как бы, наверное, одна из причин Un viens no iemesliem заключается в том, слепьясь тая, то, что дьявол ka vēlns похитил откровение о небесах. Ir nolaupījis šo atklāsmi par debesīm. Понимаете? Saprotiet? Аминь. Amen. Смотрите, он пытается viņš cenšas нас зациклить mūs ieciklēt на каких-то земных uz kādām zemes мирских mirstīgām ценностях. Vērtībām. Деньги – это не лучший Nauda. Мотив Tas nav labākais motivs, для того, чтобы служить Богу. Lai kalpotu Dievam. Здоровье, veselība, исцеление, dziedināšana, благополучие. Labklājība. Это не лучший мотив. Tas nav labākais motivs. Самый главный мотив, Pats galvenais по motivs, которому kura dēļ мы служим Богу. Mēs kalpojam это Dievam. Вечная жизнь. Ir mūžīgā dzīvība. Это небеса. Tas ir debesis. Знаете, Ziniet, если ты будешь искать ja tu meklēsi каких-то земных благ, kādas zemes mēs vēltas šīs. Если они не придут. Un ja tās neatnāks. Что тогда? Kas tad? Бог неправеден. Dievs nav uzticams. Бог лжец. Dievs ir melis. Ты разочаруешься? Tu vilsies? Кажется, Павел вообще говорит. Pāvils vispār saka. Если человек только. Ja cilvēks tikai. В этой жизни. Šajā dzīvē. Надеется на Христа. Paļaujas uz Kristu. То он несчастнее всех людей.
человеков. Tad viņš ir nelaimīgāks par visiem. Понимаете? Если тебе Я тев. Нужен Христос. Ir nepieciešams Христос. Лишь для того. Tikai tādēļ. Чтобы как-то. Lai kaut kādā veidā. Устроить свою жизнь здесь на земле. Savu dzīvi tev šī zemes. Ты несчастнее всех человеков. Tad tu esi nelaimīgākais no visiem cilvēkiem. Это слово Божье говорит. Tas ir Dieva vārds. И Бог призывает нас. Un Dievs aicina mūs. Он хочет нас научить. Viņš vēlas mūs iemācīt. Чтобы мы смотрели. Lai mēs skatītos. И чтобы мы всегда имели откровение. Un, lai mums vienmēr būtu atklāsme. О вечной жизни. Par mūžīgo dzīvību. Аминь. Amen. Это то, ради чего Христос пришел на землю. Tas ir tas, kādēļ Kristus nāca uz šo zemi. Это то, ради чего он умер. Tas ir tādēļ, ka Tas ir iemesls, kādēļ viņš mira. Это была самая главная задача. Tas bija pats galvenais uzdevums. Ради которого он пришел. Kura dēļ viņš nāca? Аминь. Amen. Кто идет за мною? Kas seko man? И не несет креста. Un nenes savu krustu. Тот не может быть моим учеником. Tas nevar būt mans māceklis. Смотрите. Skatieties. Я не знаю, может, у вас церковь маленькая, да? Но, допустим, varbūt jums maza draudze, bet... Вот если посмотреть вот церкви побольше, ja paskatīties uz tādām lielākām draudzēm, Да даже вот можно увидеть, что вот кто-то Tad var redzēt, ka живет в благословении. Kāds dzīvo svētībā. А кто-то нет. Bet kāds nē. В чьей-то жизни. Kādā dzīvē. Божье слово работает. Dieva vārds strādā. Божье обетование работает. Dieva apsolījumi strādā. А в чьей-то жизни не работает. Bet kādā nestrādā. И это не потому. Un tas nav tādēļ. Что Бог кого-то любит меньше. Ka Dievs kādu mīl mazāk. Или Бог вот Оксану хочет благословить. Vai arī Dievs grib Oksanu svētīt. А вот Саша вот не хочет благословить. Bet Saša negrib svētīt. Вот так вот. Tā, lūk. Можно подумать, это не Var так. Var padomāt, bet tā nav. Знаете? Ziniet? Кто-то взял крест. Kāds paņēma krustu. Кто-то несет служение. Kāds nes kalpošanu. И в этом служении. Un šajā kalpošanā. Бог учит человека. Dievs cilvēku māca. Бог благословляет Dievs... человека. Cilvēku svētī. Бог меняет его жизнь. Dievs maina viņa dzīvi. А кто-то еще не взял крест. Bet kāds vēl nav paņēmis krustu. А хотя все ходят в одну церковь. Kaut arī visi iet vienā draudzē. Хотя все Библию читают. Kaut arī visi lasa Bībeli arī. Даже может и молятся. Pat varbūt lūdz. А есть люди, кто идет. Bet ir cilvēki. Кто взял крест. Kas paņēmuši krustu. А кто не взял крест. Un kas nav paņēmuši. Я хочу сказать тебе. Un es šo vēlos tev pateikt. Пришло время. Ir pienācis laiks. Взять крест. Paņemt krustu. Сегодня. Šodien. Пришло время. Ir pienācis laiks. Обратиться к Богу. Pievērsties Dievam. И спросить у него. Un jautāt viņam. Господь. Dievs. Где мое служение? Kur ir mana kalpošana? Где мой крест? Kur ir mans krusts? Где ты хочешь? Kur tu vēlies? Меня использовать. Mani izmantot. Аминь. Amen. Может, ты сидишь и думаешь. Varbūt tu sēdi un domā. Ну как, ну. Ну kā? Ну я служу, я что-то делаю, там дела какие-то добрые делаю. Es daru tur kaut kādas labas lietas. Ну там. Kalpoju. При какой-то возможности, Господь, я рассказываю о тебе. Ну, pie kaut kādas izdevības, Dievs, es stāstu par tevi. Знаете, что Бог говорит Bet о добрых делах? Dievs saka par labiem darbiem. Они тоже самые грешники делают. To pašu dara ir grēcinieki. Тоже добрые дела творят. Arī dara labas lietas. Понимаете? Saprotiet. Служение и крест. Kalpošana un krusts. Бог. Dievs. Дает в церкви. Dod draudzē. Бог. Dievs. Дает через пастора. Dod caur mācītāju. Аминь. Amen. Что значит взять крест? Ko nozīmē paņemt krustu? Вот у вас есть служение в церкви, есть прославление. Jums ir kalpošanas, jums ir slavēšana. Есть милосердие. Ir žēlsirdība. Есть еще какие-то структуры. Ir vēl kādas struktūra vienības. Каким образом? Kādā veidā? Бог Dievs даст тебе крест твой. Dos tev tavu krustu. Подойди к пастору. Pieej pie mācītāja. Спроси. Un pajautā. Пастор, благослови. Мацитай свети. Хочу служить. Грибу калпот. Покажи как. Паради как. Где есть нужда. Kur ir vajadzība. Где я могу помочь. Kur es varu palīdzēt. Аминь. Amen. И через пастора. Un caur mācītāju. Бог возложит на тебя. Dievs uzliks Тот крест. To krustu. Который он приготовил тебе. Ko viņš tev ir sagatavojis. Может, ты думаешь. Varbūt tu domā. А я не знаю, чем мне заниматься. А я не знаю, ко мне дарить.
У меня нету ни понимания никакого. Man nav nekādas saprašanas. Я обычный человек. Es vienkārši cilvēks esmu. Я не знаю, что делать. Es nezinu, ko darīt. Знаете? Ziniet? У каждого служения Katrai kalpošanai есть видение. Ir redzējums. Это то, ради чего служение работает. Tas ir iemesls, kam, kura dēļ kalpošana strādā. И в идеале, Ideālā variantā У каждого человека Katram cilvēkam должно быть видение от Бога. Ir jābūt redzējumam no Dieva. У каждого члена церкви Katram draudzes loceklim должно быть видение от ir jābūt Бога. Redzējumam. Аминь. Amen. И я хочу сказать тебе, Un es vēlos tev teikt, что если у тебя ka, ja tev на данный момент dotajā brīdī нету никакого видения, nav nekāda redzējuma, если у тебя ja tev На данный момент До этого брыди нету никакого понимания. Нам некогда сопрошенас. Где служить? Кур калпот. Чем заниматься? Ко дарит. Начни помогать кому-то. Сать кадам полидзет. Помогать тому? Полидзет там. У кого уже есть видение? Кам я виредзаемс. Стань помощником. Клюсты пар полигу. И пройдет время. Он поест лайкс. Бог увидит. Девс ираудзис. В Библии написано. Библия текст. Верный в чужом. Устецамс цита. Будет поставлен над своим. Лета тикс нолекц вирс савас летас. Это Божий принцип. Tas ir Dieva princips. Понимаете? Сапротет. Который работает. Kas strādā. Если нет видения своего, ja nav sava redzējuma, стань в чужое видение. Ей шая свешая redzējumā. Будь верен в чужом. Esi uzticams citā. И Бог тебе даст свое. Un tad Dievs dos tev savu. Это принципы Божьи, принципы, по которым Бог действует. Pēc kuriem darbojas Dievs. Понимаете? Saprotiet. Это Божьи принципы, Tas ir Dieva принципы, через которые принципы, Бог нас учит, cer kuriem Dievs mūs māca, чтобы нам наследовать благословенную жизнь, lai mēs iemantotu svētīgu dzīvi, чтобы нам войти lai mēs varētu ieiet в землю обетованную, apsolītajā zemē. Аминь. Amen. Halleluja. Давайте, церковь, встанем. Draudzi, может, piecelsimies. Если музыканты могут выйти. Varbūt var atnākt muzikanti. Давайте помолимся. Lūksim. Обратимся к Богу. Vērsīsimies pie Dieva. Чтобы Бог открыл. Lai Dievs atver. Чтобы Бог показал. Lai Dievs parāda. Я не знаю, может, если тебя. Es nezinu, varbūt, ja tevi. Коснулось это слово. Tev pieskārās šis vārds. Если действительно сегодня ja tik tiešām šodien появилось желание, ir radusies šī vēlēšanās, где там внутри загорелась искра, kaut kur iedegusies šī dzirkstele, и ты начал думать, un tu esi sācis domāt, действительно, где мой крест? Patiešām, kur ir mans krusts? Господь, для чего ты меня спас? Dievs, kādēļ tu esi mani glābis? Для чего ты меня избрал? Kādēļ tu esi mani izredzējis? Tad ты можешь выйти. Tad tu vari iznākt priekšā. И мы помолимся, un mēs lūksim, чтобы Бог открыл, lai Dievs atver, чтобы Дух Святой Он коснулся, Святais Gars pieskarās, чтобы Дух Святой Он указал lai Святais Gars parāda, ту судьбу, to likteni, которую Он приготовил для тебя. Kuru viņš ir sagatavojis tev. Знаете, Ziniet, огромное желание, milzīga огромное желание Бога, no Dieva, чтобы вся церковь, lai visa draudze, чтобы каждый член церкви, lai katrs draudzes loceklis, он принимал участие в служении, lai viņš piedalītos kalpošanā. Чтобы мы не были просто прихожанами. Lai mēs nebūtu vienkārši atnācēji. Halleluja. Ela makanta masandele brende de meche que la rama mama sandele magendei. Ela la rama mama sandele rama kama sandele mekita la rama mama kantaya. Дух Святой. Svētais Gars. Я прошу тебя. Es lūdzu tevi. Наполни сейчас церковь. Piepildi tagad draudzi. Я молюсь, Господь. Es lūdzos, Dievs. За каждого человека, par katru cilvēku, который находится сейчас здесь, kas šobrīd atrodas šeit, который слышал сейчас это слово, kas dzirdēja šo vārdu, и я прошу тебя, Дух Святой, un es lūdzu tevi, Svētais Gars, пусть это слово, lai šis vārds, оно будет посеяно, lai tas tiek iesēts, добрую почву, labā augsnē, и пусть это слово, un lai šis vārds, через время, caur kādu laiku, оно принесет плод, nes augļus.
Аллилуйя. Кендала масатиле мегидалара мама шандалара рама мама кантая. Если в твоем сердце сейчас стучится, если есть желание, выходи, я буду молиться за тебя. И буду просить Духа Святого, чтобы Он открывал тебе, чтобы Он зажигал твое сердце, чтобы Он наполнял тебя Божьим огнем, чтобы Он помазал тебя сегодня во имя Иисуса Христа. Хеля магадара машандалара рама мама кенделей. Sente de raba mama shanta de raba mama canta de raba mama mama ya. Дух Святой, наполняй. И раба мама мама ya. Sente de raba mama shanta de raба gara raба mama. Лема кема санта лараба ганда лараба мама шанда лама ганда майя. Открывай свое сердце. Открывай. Дух Святой желает тебя наполнить. Дух Святой желает вдохнуть силы, надежду, веру. Чема ганда ма санта лараба ганда лемея. Лебра геда лама шанда лараба мама. Дух Святой, я прошу тебя, разрушь всякий контроль. Пусть придет свобода. Пусть всякая дьявольская ложь, она будет разрушена. Может, дьявол говорил тебе, что ты не пригоден, что ты ничего не можешь. Дух Святой, я прошу тебя, пусть все это будет разрушено. Утверждай Божью истину. Твое слово говорит, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Господь, я прошу, благослови. Я прошу тебя, Дух Святой, пусть та судьба, которая есть от Бога, пусть она исполнится в его жизни. Я прошу, Дух Святой, касайся его сердца. Я прошу, Дух Святой, меняй. Пусть всякое проклятие, пусть всякие цепи, они будут разрушены во имя Иисуса Христа. Я благословляю. Господь, пусть то призвание, которое случится в его сердце, пусть то призвание, оно проявится. Придет время, пусть тот дар, он выйдет наружу, он расцветет во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Hilaraba mama sadala raba mashanda laraba mama kandala raba sadala magenteya. Я прошу тебя, Дух Святой, то видение, те мечты, которые ты давал, обнови. Пусть придет обновление. Пусть придет вера. Пусть придет сила. Исполнить твою волю. Я прошу тебя, Дух Святой, пусть с сегодняшнего дня зажигай его сердце, вкладывай желание проповедовать Евангелие, спасать людей, служить тебе, идти за тобою. Во имя Иисуса Христа. Господь, я молюсь и прошу тебя за свою сестру. Я благословляю ее. И я прошу тебя. Пусть твоя благодать. Пусть сила твоя. Пусть ведение твое. Она придет в ее жизнь. Пусть она увидит то, для чего ты ее призвал. Пусть это будет милосердие. Лай та жалсердība. Детское служение. Бērну kalpošana. Господь, открой. Dievs atver. Дух Святой. Svētais gars. Пусть придет понимание. Lai nāk saprašana. Пусть придет помазание Твое. Lai nāk Tavs svaidījums. Для Твоих дел. Taviem darbiem. Halleluja. Hila rabaka masadala mashadala magama sandelemei. Lebragadala mashadala rabaka masandelei. Дух Святой, наполняй огнем Божьим, наполняй огнем Божьим, помазывай на служение, на служение, твоя благодать, твоя слава, твоя сила, пусть Господь
Люди спасаются Cilvēki через ее проповедь. Viņas Люди познают тебя во имя Иисуса Христа. Господь, я благословляю своего брата. Я прошу тебя, пусть вера, пусть его вера, она никогда не потухнет. Я прошу тебя, Господь, благослови, дай силы, дай здоровье. Боже, чтобы видеть твою славу. Аллилуйя. Господь, я благословляю. Я благословляю своих сестер. Я прошу Дух Святой. Там, где ты их поставил. К чему ты их призвал. Пусть это они исполнят. Хоть одному человеку расскажут. Хоть кого-то приведут. Дай здоровье. Дай жизненных сил. Дай долголетие. И пусть твое благословение, оно пребывает во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь. Дай здоровье. Дай силы. Дай здоровье, Господь. Укрепи руки. Благослови. Пусть твоя радость, Господь. Пусть твои небеса. Демегеда лама шандая не будут. Господь, благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Хила мака сандала рарава шандала мака масандея. Дух Святой, спасибо тебе. Спасибо тебе за это время. Спасибо тебе за слово твое. И я прошу тебя. Дух Святой, стучись в каждое сердце. Пусть никто не останется равнодушным. Пусть каждый поймет, как сильно ты желаешь нас благословить. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Давайте Бога прославим. Досим славу. И сейчас... Еще одно священное действие проведем. Можете присесть. Поделюсь коротенько. Одним местом, которое Бог открыл. О жертве. Давайте одну историю прочитаем. Записано в книги Первое Царство. Tas ir rakstīts 1. Samuēla. 9. Глава. 9. Nodaļa. С первого стиха, наверное. No 1. Panta. Произошла одна история в этом месте описана. Notika šajā vietā viens stāsts. Через которую. Cer kuru. Мы тоже попытаемся. Cer ko mēs arī mēģināsim. Чему-то научиться. Kaut kam iemācīties. Я не знаю, мне все сразу прочитать или как? Да. Да? Полностью, а потом ты по-латышски. Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис. У него был сын, имя его Саул. Молодой, красивый, не было никого из израильтян красивее его. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, возьми с собою одного из слуг и встань, и пойди поищи ослиц. И прошел он гору Ефремову, прошел Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалаим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним, «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга Саула сказал ему, «Вот, в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый, и все, что он скажет, сбывается. Сходим теперь туда». Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. И сказал Саул слуге своему, вот мы пойдем, а что принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божьему. И опять отвечал слуга Саулу и сказал, вот в руке моей четверть сикля серебра, я отдам человеку Божьему, и он укажет нам путь наш. Amin. Un tur bija kāds vīrs no Benjamīna cilts vārdā Kīš, pārticis cilvēks Abiela dēls, kas bija Cerora dēls, un tas Behora
Behorata dēls un tas Afijas dēls. Un viņam bija dēls vārdā Sauls. Viņa pirmdzimtais skaists jauneklis un visā Izraēlā nebija neviena vīra, kas būtu bijis labāka izskata nekā viņš. Veselu galvas tiesa viņš bija lielāks kā visi citi tautā. Tieši tajā laikā Saula tēvam Kīšam bija nomaldījušās ēzeļu mātes, un Kīšs sacīja savam dēlam Saulam. Ņem sev līdzi kādu no šiem puišiem un celies un dodies ēzeļu mātes meklēt. Tad viņš pārstaigāja Eifraima kalnus un izgāja caur Šališa zemi, un tie tās neatrada. Un tie nogāja Šalima zemē, bet ir tur to nebija. Un tad tie nonāca Benjamīna zemē, bet tie vēl aizvien tās neatrada. Un tad tie nogāja uz Cūfa zemi, un Saulus sacīja savam puisim, kas pie viņa bija, nāc, dosimies atpakaļ. Varbūt, ka mans tēvs ir beidzis bēdāties par ēzeļu mātēm un sācis raizēties par mums. Bet tas viņam sacīja, redzi, šai pilsētā ir kāds dieva vīrs, kas ir ļoti godājams. Visko vien viņš saka, tas noteikti piepildās. Dosimies nu uz turieni, varbūt viņš mums norādīs mūsu ceļu, kuru mums iet. Tad Saulus atbildēja savam puisim, redzi, kad mēs tur noiesim, bet ko mēs šim vīram aiznesīsim, jo maizes mūsu ceļa kulītēs vairs nav un dāvana mums nav, ko dieva vīram pasniegt. Kas tad mums ir? Taču puisis atkal atbildēja Saulam un sacīja, redzi, manā rokā ir sudraba seķeļa ceturdaļa, to es gribu dot tam dieva vīram, lai viņš mums pasaka mūsu ceļu. Amin. Amen. Kakāja mīsļa? Kāda ir doma? Какой урок мы извлекаем? Kādu mācību mēs saņemam? У человека? Cilvēkam. Пропали ослицы. Pazuda ēzeļi. И он послал своего сына искать их. Un viņš sūtīja savu dēlu meklēt tos. Они искали, искали. Viņi meklēja un meklēja. Искали, искали. Меклея он меклея. И уже Саул разочаровался. Un Sauls jau bija vīlies. Думает, пойдём обратно. Domāja, nu dosimies atpakaļ. Но с ним был слуга. Bet kopā ar viņu bija kalps. И он говорит ему. Un viņš saka viņam. В этом городе. Šajā pilsētā. Есть человек Божий. Ir Dieva vīrs. Давай сходим к нему. Dosimies pie tā. Может, он укажет нам путь. Varbūt viņš mums parādīs ceļu. Может, ты здоровье свое потерял. Varbūt tu esi zaudējis savu veselību. Ты его ищешь. Tu to meklē un meklē. Ищешь. Meklē un meklē. Не можешь найти. Un nevari atrast. Может, ты радость потерял в жизни? Varbūt tu esi dzīvē zaudējis prieku. Может, ты веру в Бога потерял? Varbūt tu jau esi zaudējis ticību Dievam. Ты что-то длительное время искал, искал. Tu kaut ko ilgu laiku meklēji un meklēji. Искал, искал. Meklēji un meklēji. И может, уже где-то готов развернуться и пойти назад. Varbūt jau esi gatavs griezties atpakaļ. Знаете? Ziniet? Любую проблему можно отнести сюда. Jebkuru problēmu te var attiecināt. Любую. Jebkuru. Чтобы в твоей жизни не было. Lai arī kas nebūtu tavā dzīvē. Если ты что-то потерял. Ja tu esi kaut ko zaudējis. И пытаешься это найти. Un centies to atrast. И где-то может уже вера погасла. Varbūt kaut kur ticība jau ir apdzisusi. Может где-то ты уже разочаровался. Kaut kur jau esi vīlies. Ты верил. Tu ticēji. Ты молился. Tu lūdzi. Ты постился. Tu gavēji. Ты служил. Tu kalpoji. Еще, может, какие-то предпринимал. Varbūt vēl kaut ko darīji. Усилия. Pieliki piepūli. Для того, чтобы найти это. Tādēļ, lai to atrastu. И ничего не получалось. Un nekas neizdevās. Бог показывает нам. Dievs mums rāda. Что есть еще одна вещь. Ka ir vēl viena lieta. Благодаря которой. Pateicoties kurai. Мы можем что-то вернуть. Mēs varam kaut ko atgūt. В своей жизни. Savā dzīvē. И как сказал слуга Саулу. Un kalps teica Saulam. У нас есть что принести. Mums ir ko viņam atnest. И тогда человек Божий. Un tad Dieva vīrs укажет нам путь. Parādīs mums ceļu. Знаешь, твоя наша жертва. Zini, tavs mans upuris. Dieva priekšā. Pateicoties нашей жертве. Mūsu upurim. Бог может нам. Dievs var mums указать путь. Parādīt ceļu. Как найти то? Kā atrast to, что мы потеряли? Ko mēs esam pazaudējuši. Аминь. Amen. Я повторюсь. Es atkārtošos. Может, ты долгое время молился. Varbūt tu esi ilgu laiku lūdzis. Ты долгое время верил. Tu ilgi ticēji. Ты к пастору приходил, может, спрашивал. Pie mācītāju un jautāju.
Как решить эту проблему? Kā atrisināt šo problēmu? Как мне обрести здоровье? Kā man atgūt to veselību? Как мне восстановить свою семью? Kā man atjaunot savu ģimeni? Как детей привести к Богу? Kā atvest bērnus pie Dieva? Жертва. Упорис. Здесь есть человек Божий. Te ir Dieva vīrs. Здесь есть Бог на этом месте. Šajā vietā ir Dievs. Здесь есть жертвенник. Šeit ir altāris. Который ты можешь принести свою жертву. Uz kuru tu vari nest savu upuri. И на основании этого. Un uz šī pamata. Обратиться к Богу. Vērsties pie Dieva. И сказать: Господь. Un teikt: Dievs. Укажи мне путь. Parādi man ceļu. Аминь. Amen. Подумай сейчас. Padomā tagad. Что? Ko? Ты долгое время ищешь. Tu ilgu laiku meklē. И я знаю. Un es zinu. Что сегодня. Ka šodien. Ты можешь. Tu vari. Найти путь. Atrast ceļu. Как это вернуть? Kā to atgūt? Это не я придумал. To es neizdomāju. Это написано в Слове Божьем. Tas ir rakstīts Dieva vārdā. Если мы в это не поверим. Ja mēs tam nenoticēsim. Тогда это не сработает. Tā tas nepiepildīsies. Bet ja tu tici. А я знаю. Un es zinu. Что Божье слово. Ka Dieva vārds. Оно работает 100%. Tas darbojas 100%. То это исполнится. Tad tas notiksies. У меня свидетельство одно есть. Man ir liecība. Как жертва работает. Kā darbojas upuris. У меня была проблема одна, очень сильно меня мучившая. Man bija problēma, kas ļoti mani mocīja. Когда я только пришел к Богу. Un kad es tikko biju atnācis pie Dieva. Может, год прошел. Varbūt pagāja kāds gads. В огне, Господь, все для Тебя. Es biju ugunī, Dievs, visu Tev. Только на работу устроился. Tikko iekārtojos darbā. Получил первую зарплату. Саņēму pirmo algu. Это было там, я не знаю, может, 2006 год. Tas varbūt bija kāds 2006 gads. 200 lat. 200 lati. Нам Мадабука приезжал тогда в базу. Pie mums toreiz brauca Мадабука, un es nolēmu. Вот принесу жертву. Nesīšu upuri. Богу. Dievam. Чтобы эта проблема решилась. Lai šī problēma atrisinātos. То, что молился. Tas, ko lūdzu. Постился. Gavēju. Верил. Ticēju. За меня молились. Par mani lūdzu. Ничего не помогало. Nekas nelīdzēja. Думаю, надо. Domāju. Принимать кардинальные решения. Я принял кардинальный лēmums. Решил пожертвовать. Un nolēmu upurēt 100 latus. Половина зарплаты моей. Pusi no savas algas. Месячной. Mēneša algas. И там очередь стоит, там пока Мадабука помолится. Un tur stāv rinda, ka Мадабука lūdz. Я встал в очередь. Es nostājos rindā. Хотел, чтобы он помолился за меня. Un gribēju, lai viņš par mani palūdz. И он со сцены говорит. Un viņš no skatuves saka. Если ты приготовил сотню. Ja tu esi sagatavojis 100. Udvoj. Divkāršo. А у меня 200 лат как раз. Я 100 приготовил. 200 лат, я 100 заготовил. Иду и думаю, ё-моё. Эй, он думаю. Реально ко мне. Tas реально отецес uz mani. Вся зарплата моя. Visa mana alga. Там что-то дома было, конечно, еще. Ну, protams, kaut kas vēl mājās palik. Но все равно месяц работы. Bet vienalga, mēneša месяц. Darbs, veselu mēnesi. А ты уже планы построил. Bet tu jau esi кроссовки новые купить, там рубашечку купить. Nopirkt jaunu, ja, там krāsu, еще что-то kaut купить. Ko vēl nopirkt. У тебя уже все расписано. Tev jau viss ir sarakstīts. Понимаете? Saprotiet? А Бог обращается и говорит. Bet Dievs saka. Я иду до сцены. Un es eju. Борюсь. Cīnos. Внутри. Iekšienē. А думаю, была не была, что терять? Ай, лай, ну ir ko es zaudēšu. Пожертвовал все. Noziedoju visu. И забыл. Un aizmirsu. Про это случай. Par šo gadījumu. Знаете, и проходит, я не знаю, месяц, может. Ziniet, nepagāja mēnesis. Я вспоминаю. Un es atceros. Вспомнил молитву. Atcerējos lūkšanu. Я понимаю, что месяц прошел. Un es saprotu, ka ir pagājis mēnesis. А все, этой проблемы нету. Un šīs problēmas vairs nav. Аминь. Amen. Это слава Божья. Tā ir Dieva slava. Я пытался решить эту проблему по-разному. Dažādā veidā mēģināju atrisināt. Но в данный момент. Bet dotajā brīdī. Бог разрешил ее благодаря жертве. Dievs to atrisināja, pateicoties upurim. Аминь. Amen. Еще один короткий случай расскажу. Vēl viens īsts gadījums. Через который Бог меня учил, что действительно Он слышит, и жертва работает. Cer, kuru viņš man mācīja, ka tik tiešām viņš dzird. У нас было служение в базовой церкви. Bāzes draudzē kalpošana. Там первое пожертвование было. Tur bija pirmā ziedojums. Я помню, там проповедник, там кто пожертвование призвал. Tas mācītājs, kas aicināja uz ziedot. Говорит, вот, если у тебя даже нечего пожертвовать. Teica, ja tev pat nav ko ziedot. Но если ты хочешь. Bet ja tu vēlies. По-настоящему. Patiešām. То Бог обязательно тебе даст. Tad Dievs tev noteikti iedos. Ну я молодой, горячий, все там. Ну я сейчас карст, я весь. Пожертвовал, все, сижу. Ну, ziedoju un sēžu.
Служение прошло. Dievkalpojums beidzās. И там еще на что-то собирали. И тур beigās vēl kaut kam tik vākt dziedojumu. У меня не сантима. А man vairs nav ne santīms. А я реально сижу. Bet es reāli sēžu. Вот реально хочу по-настоящему, Господи, вот хочется. Un gribu, un saku, Dievs, знаете, там вот не с огорчением. Nevis ar tādu sarūktinājumu. Не потому, что там вот надо опять что-то собирать. Ka kaut ko atkal vāc. Понимаете, Бог вообще говорит, доброохотно дающего. Kas labprātīgi dod. Любит Бог. Dievs to mīl. Ему 100 лет не нужны твои деньги, если ты там скрипя зубами как-то. Viņam 100 gadu vajag tavu naudu, ja tu ar sakostiem zobiem. Понимаете? Saprotiet. Доброохотно дающего. Tas, kurš ar tīrs, я сижу и думаю, дод. Блин, вот хочу пожертвовать. Un domāju, jā, gribu es ziedot. А сижу на галерке там высоко. Сежу тур тау зале. Не, рядом, не, а, ряд, ну и пустая она почти уже. Un jau gandrīz tukš viss. Так вот через два стула женщина сидит. Tā, kaut kur pēc diviem, я ее первый раз вижу вообще. Я с ней не здоровался ничего. Es ar viņu nesasveicinājos neko. А я про себя думаю, Господи, вот хочу пожертвовать себе. Un es sēžu un domāju savā nodabā, gribu ziedot. Думаю, ну вот откуда они, с неба упадут, что ли? Ну, no kurienes, ну, no gaisa jau nekritīs. Представляете, я только это подумал. Un iedomājieties, tikko es tā padomāju. Эта женщина. Šī sieviete. Она разворачивается. Viņa pagriežas. Ко мне дает лад. Un dod man ладу. И говорит, на. Un saka, še. Бог всем усмотрел. Dievs visu redzējis. Понимаете? Saprotiet. Вот через такие уроки Бог учил меня верить. Tādā mācībām Dievs mani mācīs ticēt. У меня просто тогда вообще сорвало. Man tad... Представляете, я только подумал. Es tikko padomāju. Господи, они у меня что, с неба упадут, что ли? Dievs, kas tad no debesīm? В этот же момент она поворачивается, дает лад. Viņa pagriežas un dod man latu. На, Бог всем усмотрел. Dievs visu redzēja. Хорошо. Labi. Давайте. Соберем наши приношения и добровольные. Я хочу сказать тебе, что жертва перед Богом, priekšā, она может решить много. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, слава тебе, Кукс. Сада Боку сида бака, ши сити да ба сити, я. Сада Боку сида бака, ши сити да ба сити. Сада да ба сада бака, ши ти я лора ба сада ба си. Сада да 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 ба ши сту. Аллилуйя, слава тебе, Кукс. Ба сида бака, ши ти. Говори на свою жертву сейчас. Не бросай ее просто так. Это ключи. Ziedojumi ir atslēgas, kad mēs slēdzam vaļā debesis. Žertva ir tā ključ, kuru mēs atkrivājam nebesā. Tā runā vārds. Tā gavarīt slova. Un tā ir patiesa. Ja tā pravda. Ja tu vienkārši domā, ka tā nauda savā sastāvā. Ja esi tu domā, ka prosto deņģi sabirāju, tā ne tā. U Boga ir tajni. Un mēs esam šo noslēpumu glabātāji. I my hraniteli etih tajn. Un kurš tos noslēpumus dzird, paņem sevi un lieto. Слышит, берет в себя и использует эти тайны. Он мудр. Этот человек, он мудрый. И мы говорим, он благословен. Потому что он отделил себя Богу. Каким образом? Он берет Божий принцип и служит вместе с Богом и живет вместе с Богом и верит Богу. И Бог его памат. И Бог его основание. И Бог его небеса. И Бог вокруг него. Бог заботится. Бог все приготовил. У него есть покой в сердце. И он может радоваться. Даже когда вокруг тьма. Потому что Бог думает о нем. И ты думаешь о Боге. Ты
Ты особенный. Ты особенный. Ты особенный человек. Ты особенный человек. Ты Божий сын, ты Божья дочь. Аминь. Мы избранные. Аллилуйя. Те, кто отнес десную стезю, те, кто принесет десятину, ты греби отнакту, ты можешь прийти Девам и сказать Богу, что ты желаешь. Это сынопи, это сылапи. Это хорошо. Мы поднимаем их к Твоим святым небесам. Мы благодарим Тебя, что мы можем доверять Тебе, что у нас есть эти ключи от небес, что Ты нас оберегаешь, Господь, что Ты поднимаешь. No mūsu namiem, no mūsu dzīvēm, no mūsu attiecībām, no mūsu ceļiem. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu rūpējies par mums. Ka Tu no savām atvērtajām debesīm, Tu skaties uz mums, un Tavi logi ir vaļā. Kungs, es Tev pateicos, ka Tava roka nav par īsu, lai mūs aizsniegtu. Ka Tava roka vada mūs, ka Tava roka svētī mūs, izgaismo mūs, paceļ mūs. Sārgi mūs, mēs Tev pateicamies tās par šo noslēpumu, ka Tu esi devis savai tautai, šīs desmitās tiesas un pienesums. Mēs Tev pateicamies, lai svētītu šie nāmi, Jēzus vārdā. Halleluja! Es Tev pateicos, Kungs, par visām svētībām Tu dod. Es Tev pateicos par visiem. Par visu, visu apkārt, kas man ir, par visu ģimeni, par maniem akmentiņiem, Kungs. Es Tev pateicos par to spēku, ko Tu man dod mīlestību šiem bērniem. Paldies, ka Tu esi man līdzās katru dienu. Paldies par cilvēkiem, kas man nāk pretī un palīdz. Paldies par žēlstību. Kungs, mēs vēlreiz Tev pateicamies par atvērtām debesīm. Kungs, lai Tava roka aizsniedz. Pus Tvajā rukā destiņa. Lai vada, lai dara visu no jauna, lai maina visu Jēzus vārdā. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Kungs, mēs tiekamies Tev pretī. Мы тянемся к Тебе. Kā bērni, Kungs. Kā dzieti. Kā bērni, kas grib, lai Tevs mūs samīļo. Мы желаем, чтобы Бог отец на нас. Мы прославляем Тебя, что Ты великий Бог. Ты защищаешь нас. Что Ты оберегаешь нас. Мы благодарим Тебя. Мы отдаем Твои руки, свою жизнь, свое завтрашнее день. И мы входим в мир Твой, потому что Ты вместе с нами до конца мира. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Пусть будут благословенные эти приношения. Пусть придет новое семя. Lai atrisi nāk visu, kas šeit ir ielikt iekšā. Pašu upuri. Runā, Kungs, uz Tevi. Lai Jēzus vārda tiek sagrauti veisi vēlna darbi. Jēzus vārda tiek sagrauti vēlna darbi. Lai tiek sagrauti vēlna darbi. Lai tiek sagrauti vēlna darbi. Kungs, lai Jēzus ir vaļā visu cilvēku dzīvēm. Lai šis atslēgs darbojas Jēzus vārda. Lai ticība pieaug. Jēzus vārda. Halleluja. Слава Тебе, Кунг, за то, что мы есть. За то, что мы есть. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. И пусть происходит по Твоему слову. Аминь. Весь народ Божий сказал. Народ Божий сказал. Аминь. Аминь. Апалдис Девам пар варду, я? Слава Богу за слово. Слава Тебе, Кунг. Слава. Недавно, апсэжамы. Чуть-чуть присядем.
Es gribētu tā kā, nu tā, arī pateikt, ko man ļoti liels prieks par šo vārdu. У меня большая радость насчёт этого слова. Halleluja, tu arī bija liels prieks, ka tu dzirdēji liecības. У тебя тоже была радость. Amen. Amen. Un šo vārdu. Un man pašās beigās, es šo to pierakstīju. И в конце я что-то ещё записала. Ну, ko tu no šīs dievkalpojuma tādu varētu tādu paņemt tā? Что ты бы мог взять от этого служения? Man noskanēja tāds vārds. Мне больше всего прозвучало такое Nezaudē слово. Nezaudē cerību. Не теряй надежду. Jo Jēzus ir tava atbilde. Потому что Иисус является твоим ответом. Nedrīkst zaudēt cerību. Нельзя потерять надежду. Ja tu ceri, lai kā ir, bet tev jācer. Ты должен надеяться. Jo ja šie puiši nebūtu cerējuši. Потому что если бы эти парни, они бы не надеялись. Nebūtu caur Та справдзяня, когда Дios отнак. Это как щель, через которую приходит Бог. Он приходит и помогает. Un tad man patika jau par to svētību. И тогда мне понравилось насчёт этого благословения. Kas ir svētība? Что такое благословение? Jā, mūsu šī svētīgā dzīve bieži vien beidzas. Да. Pat dievnamos. Эта священная жизнь часто заканчивается даже в церквях. Tāpēc, ka svētība. Потому что благословение. Tas būtisks tulkojums ir atdalīts priekš Dieva. Буквально и перевод это отделённый для Бога. Вот читате, ну, šitas ziedojums bija atdalīts priekš Dieva. Эта жертва она была отделена для Бога. Un kopā ar Dievu. И вместе с Богом. Tas kaut kas notiek. Что-то происходит. Mēs sakam, говорим. Ja desnā tiesa ir ar Dievu, tad viss pārējais arī būs svētīts. Если десятина Богу, тогда и остальное будет благословлено. Ja tu kaut ko atdali priekš Dievu. Если ты что-то отделяешь tad для Бога, pārējais arī svētīts. Тогда и остальное будет благословлено. Un tāpēc šis vārds par šo krustu, par kalpošanu. И потому это слово насчёт креста, насчёт служения. Jā, tu да. Pats galvenais tavā dzīvē ir tavs aicinājums. Самое главное в твоей жизни это твоё призвание. Jo tu esi radīts, nevis vienkārši tāpat. Потому что ты создан не просто так. Nevis vienkārši lai dzīvot, не просто чтобы жить, чтобы работать, получить диплом и опять работать. Zemdēt bērnus, рожать детей, воспитывать их, опять работать. Ну, kaut kad pastarpam arī Dievu kaut kur dzirdēt. И когда-то посередине этого всего услышать Бога. Ja būs laika. Если будет времени. Viss ir otrādi. Но все наоборот. Dievs ir tev aicinājis. Бог он призвал tu тебя. Tu esi ļoti īpašs. Ты очень особый. Tu esi vajadzīgs, lai šī zeme pārtapt. Чтобы эта земля могла измениться. Jā, mēs kaut kā nevaram tajā ieiet, mums ir bailes. Да, мы не можем в это войти, нам mums страшно. Mums ir bailes ziedot, mums ir bailes ziedot to tiesu. Жертвовать, приносить Mums ir bailes, ka laika mums pietrūks. Страшно, что времени не хватит. Bet viņš taču valda. Но он ведь правит. Par to krustu. Насчёт этого Христа. Nest krustu. Нести крест. Es ceru, kā reiz jautāju Dievam, kā tas ir? Я тоже когда-то у Бога спрашивала, как это? Mums Svētais Gars atbildēja. И Святой Дух мне ответил. Par to krustu vēl, bet par pašu nešanu. Насчёт самого этого несения. Tu nes? Ты несёшь. Bet krustā jau tev nesitīs. Но на крест тебя не прибьют. Bet jānes krusts ir. Но нести его надо. А как это сир? Я колпот. Да, служить надо. Ну так вот, брат рунает про то. И когда брат говорил насчёт этого. Про там, по тем байкам отцейс. Насчёт этих брёвен в глазах. Un tad man tā doma atnāca. И тогда ко мне пришла такая мысль, которой я желаю поделиться. Kā lai uztais savu krustu? Как можно сделать свой крест? Izņem vienu koku no vienas acis, izņem otru koku no otras acis. Возьми одно бревно с одного глаза, сосить кота, второе бревно из другого. Сколоти вместе и неси. Ja tu nevarēsi kalpot. Потому что ты не сможешь служить. Kamēr tu būsi augstprātīgs, augstāks pat citiem. Пока будешь высокомерный, выше других. Kamēr tu citur visu redzēsi baļķus. Пока везде в других местах будешь видеть эти брёвна, но свои глаза ты не пробовал. Глаза ты не проверил. А ты стайга. А ты ходишь. Зини, как цит сека Брежнев узац ir, ja? Как говорят с этими бровями Брежнева. Bet mums ir cietāts. Но у нас глаза закрыты. Kāpēc? Почему? Mēs neredzam, ka mēs esam radīti. Мы не видим, для чего мы созданы. Mēs neredzam, kāds ir mūsu aicinājums. Мы не видим, какое наше призвание. Mums ir tikai У нас только есть. Потребительство. Tikai jāpatērē kaut kas. Надо только всё время что-то потреблять. Bet tu esi ķēnišķis. Но ты царственный. Tu esi ķēnišķis. Ты царственный. Tu esi domāts priekš citiem. Ты предназначен для других. Ну, cik tev var man tērēt? Ну, сколько же меня можно тратить? А citi domā priekš tevis. А другие созданы для тебя. Ну, ты... Dievs parādīja to. Бог показал это. Латтеньш бы вайдзīgs. Был нужен лат. Танта дзirdēja.
И эта тетя услышала. Un Dieva valstība sāk strādāt. И Царство Небесное, она начала работать. Viņš runājās ar Dievu. Он говорил с Богом. Un tante runāja ar Dievu. И эта тетя говорила с Un Богом. Abi gribēja izdarīt to, ko Dievs liek. И оба желали сделать то, на что Бог приглашает. Un viss notiek. И все произошло. Bet, kad ir daudz to baļķu, Но когда много бревен, nevis uz muguras, bet не acis, на спине, а в глазах, tad, kad tu izņem no acīm baļķus, когда ты из глаз выбираешь эти бревна, un, kad tu sāc skatīties, kur ir cilvēks, kam pakalpot. И когда начинаешь смотреть, где человек, которому ты можешь послужить Бог, что ты желаешь, kopā kalpot ar Dievu. Вместе с Богом легко служить. Отдалить прежде Дьявола. Отделенный для Бога. Святить. Священный. Tas ir tā, ka tu esi Это так. Kopā ar Dievu. Что ты вместе с Богом. Отдалить от citiem от других Dieva. Для Бога. Un tu arī ej pie viņa. И ты идешь к нему. Un tu kalpo ar viņu kopā. И ты служишь вместе jo с ним. Jo viņš kalpot šodien. Потому что он желает служить сегодня. Ik dienas līdz pasaules galam. Каждый день до конца света. Ik brīdi viņš kalpot. Каждый момент. Bet mums ir tik daudz baļķu. Но в нас столько этих бревен. Mums ir jāuzstājas tas krusts. Нам надо сделать этот крест. Dzīvot krustpunktā. И жить на этом перекрестке. Starp debesīm un zem. Между небесами и землей. Būt šī saikne starp debesīm un zem. Быть этой связью между небесами и землей. Būt tiem cilvēkiem, kas atver debes, kas saprot šos noslēpumus. Людьми, которые знают эти тайны и открывают небеса. Tad, kad tu gribi, tur ieiet. Когда ты желаешь в это зайти. Paskaties, cietumā varētu Посмотри, ieiet. Можно в это зайти даже в тюрьме. Sākt runāties ar Dievu по-īstam. Начинать говорить с Богом по-настоящему. Neviens nav mācījis, neviens никто nav не учил, никто не заставлял. Святais Gars. Святой Дух. Atnāk, tāpēc, ka viņš meklē. Он приходит, потому что он ищет. Отдалить прежде Дьявола. Отделенный для Бога. Paņem tos baļķus divus. Возьмите два бревна. Jo tev vēlns saka, grūti būs kalpot citiem. Дьявол тебе говорит, трудно будет служить для других. Kalpos? А кто же мне будет А кто что мне пожаловать? А кто меня пожалел? А ты сад. А ты начни. Ты сад. А ты начни. Ты будешь kopā ar Dievu. И ты будешь вместе с Богом. Jo viņš kalpo. Потому что он служит. Ja tu gribi būt kopā ar Jēzu. Если ты желаешь быть с Иисусом по-истам, по-настоящему, nevis gaidīt no viņa, kā no noliktavas pārziņa, ko no viņš iedos tev. Ждать от него, как заведующего складом, что он даст. Man Jēzus šito, мне надо это, мне надо это. Jāatnāk ir momenti, kad tu saki, Dievs, ko tu gribi. Должен прийти момент, когда ты говоришь, Бог, что ты желаешь. Kad tu atmodies no rīta, ko tu gribi. Когда ты просыпаешься, спроси, что ты желаешь, Бог. Un tad šo krustu sāc nest. И тогда начинай нести этот крест. Bet Jēzus saka, tas ir tā ir viegla nasta. Но Иисус говорит, это легкая ноша. Тāpēc, kad Viņš jau darīs to kalpošanu. Он будет делать это служение. Bet tev jāpalīdz viņam. Но ты должен ему помогать. Amen. 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 Парунā ar Dievu. Kas ir mans aicinājums? Спроси, какое мое призвание? Kāds ir mans aicinājums? Каково мое призвание? Jo tu esi īpašs cilvēks. Потому что ты особый человек, понимаешь? Īpašs. Особый. To tev Dievs grib pateikt, tu esi īpašs. Бог тебе это желает сказать, ты особый. Es biju Izraēlā. Я была в Израиле. Un es redzu, es dzīvoju tūkstnesī, kur vēlns runāja ar Jēzu. Я жила в той пустыне, где дьявол говорил с Иисусом. Katru rītu es pa logu redzēju šo. И каждое утро я видела šo tūkstnesi. Эту пустыню. Un vienreiz bija lietus. И один раз был дождь. Un pēc tam bija varavīgs. И потом была радуга. Kamēr nebija šis lietus bijis un varavīgs, es viņu redzēju to tūkstnesi, tos kalns tā tālumā. Пока не было дождя и радуги, я видела эту пустыню, эти горы, как в туманчике. Эти горы из песка. Но тогда, когда была радуга, там появились две радуги. Visi krāsēns palika. Все было таким цветным стало. И вдруг я увидела, что там есть долины и возвышения. Что-то, какие-то кусты, зеленое что-то. Pēkšņi tā varavīksa sāka zust. Эта радуга, она начала пропадать. Es to nevaru izstāstīt. Я не могу это рассказать. Tas, es mēģināju fotografēt, tas neizdevās. Я старалась фотографировать, но это не получилось. Pēkšņi viss tur kļuva tā kā zelts. Все там стало, как в золоте. Tā kā zelts viss palika. Все стало, как будто в золоте. Tāpēc es ticu, ka... Потому я верю, Vēlns Jēzum rādīja tūkstnesī. Что дьявол Иисусу в пустыне показывал, Es tev došu visu pasaules zeltu. Я дам тебе все золото мира. Tikai nekalpo Dievam. Только не служи Богу.
Tikai nekalpo Dievam. Только не служи Богу. Tikai neatdal sev preč Только Dievam. Не отделяй себя для Бога. Esi tais rūpes. Будь в этих заботах. Все время будь в заботах. Taisi planus. Строй планы. Dienas planu. Tikos tur, Plan tikos tur, tikos tur. Туда, туда, во столько. Ой, Dievs, vakar, es tik nobus. Ой, уже вечер. Ой, Бог, я уже устал. Es nevar. Я не могу уже. Ну, es rīt palūk. Ну, я помолюсь завтра. Es rīt tev pat. Ну, я завтра. Tad mēs esam. И таковы мы есть. Но Бог говорит, отдели для меня место в своей жизни. И этот крест, он не будет тяжелым. Потому что тебя к кресту не прибьют. Нет. Ты просто должен его нести. То, что уже Христос отнес. Если он нес в таком бессилии, ты можешь сказать, я болен, я не могу нести. Я слаб, я не могу нести. Я слишком молод, слишком стар. Может. Он уже, в принципе, был как мертвый в тот момент, но он нес. Если ты сам не можешь нести, тебе придет помощник. Как он сказал? Кто-то поможет вместе с тобой нести. Иисус, он шел на цель вместе с Христом. Если ты не будешь искать призвание, это служение, и как этот парень уже говорил, драудзе ир калпошана. В церкви есть служение. И не надо себя обманывать. Бог может тебя где-то использовать. Но все равно эта работа должна происходить. Если тебя церковь послала, это должно совпадать с целью и видением церкви. Дьявол многих обманывает. Одних, что церковь вообще не нужна. Ты же можешь встретиться с Богом в тюрьме. Но тогда сиди все время в тюрьме. Но Бог желает вместе прийти вместе с тобой служить другим. Не только тебя наполнять. Не только так кайфовать. Но ты должен служить и другим. И самое главное, это то, что еще только будет. Ты должен сказать самому себе, это жизнь, и то, что я сейчас делаю, и то, что я сейчас живу, это вот столько от того, что еще только будет. У меня передо мной вечность. Передо мной вечность. И это самое главное. И потому Бог призвал меня. И потому Бог желает, чтобы я отделил себя. Потому что Он желает вместе со мной быть вместе. И я иду этой дорогой. Но я еще должен с собой кого-то взять. Аминь. Аллилуйя, слава Тебе. Ты особый. Скажи, ты, я особый. Я отделенный. Я благословенный. И благословение – это не в машинах, не в деньгах, не в новых квартирах, не в новой одежде. Я вчера у парней, которые были в Кулдиге, спрашивала. Мы разговаривали. Хорошо, есть дети, у которых были ужасные обстоятельства, и потому они в этой наркомании. Из-за того, что у них нет уже выхода. Из-за того, что уже ничего нету. Но почему в наркотиках и те дети, у которых есть все? У них есть все. Все есть. Никто не сказал, что они особенные. В их жизнях все равно есть эта пустота, потому что эти деньги, они ничего не дали им. Я верю, что именно к таким эти парни смогут сходить. И эти дети, у которых у родителей миллионы, и они почувствуют себя как нищие. И это будет благая весть для нищих.
Tas neko nedod. Потому что это ничего не даёт. Cilvēkam ir vajadzīgs šis saucējs no debesīm. Человеку нужен этот призыв от небес. Viņam vajag šo balsu no debesīm. Ему нужен этот голос с небес. Un citādāk neatnāk miers tavā dzīvē. И по-другому мир в твою жизнь не может прийти. Tas miers, ko tev vajag, viņš neatnāk. Tad покой, он не приходит. Kā vien tad, ja tu pazīsti Dievu. Только он приходит только тогда, когда ты знаешь Бога. Amen, tu esi īpašs, man saka, tu esi īpašs. Скажи, ты особый, скажи кому-то ближнему, ты особый. Tu esi īpašs, tu esi atdalīts. Meklē savu aicinājumu. Skaži, ищи свое призвание. Amen. 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 Un es vēl vienu lietu gribu paprasīt. Я желаю спросить еще одну вещь. Kuram vajag dziedināšanu? Кто нуждается в исцелении? Это тот вопрос, как я Божий слуга спрашиваю. Если ты чувствуешь себя очень усталым, тогда Божий Дух идет домой и принесет в другой раз. Но ты можешь получить сейчас. Если он захочет, тогда, когда ты захочешь. Bet es jautāju, tev vajag dziedināšanu? Но я спрашиваю тебя, ты нуждаешься в исцелении? Это не для меня. Kāpēc es jautāju? Почему я спрашиваю? Evangelijam. У Евангелия и у освобождения. Tas pamats ir viens un tas pats. Основа одна и та же самая. Святой Гарс. Святой Дух. Дева милостивая. Любовь Божия. Un es ticu tam. И я верю в это. Ka tos, kurus Dievs jau ir atbrīvojis, что тех, кого Бог уже освободил, viņos ir palikusi iekšā šī Dieva spēka daļa, в них осталась часть этой Божьей силы. Nu, ne viņos pašos, bet nu, Dievs viņus izmanto. Nu, Бог их использует. Un ja viņi pa tevi lūks, и если они будут за тебя молиться, lai Dievs dara pie jums tos pašus darbus, ko pie viņiem. И будут молиться, чтобы Бог делал у вас такие же дела, как у них, и чтобы тот же самый Дух, kas uzcēl Jēzu no miroņiem, который поднял Иисуса из мертвых, darbojas arī pie jums, работал тоже и у вас, notiks. Тогда произойдет. Ja šo cilvēku ticība savienosies ar tavu ticību. Если вера этих людей соединится с твоей верой, viss notiks. Тогда все произойдет. Tāpēc tagad nāc, es gribu palūkt, kur ir jākā slavētāji palikt. Потому я хочу позвать прославителей. Un es gribētu palūkt brāļus. Я бы хотела попросить братьев и сестру. Aizlūkt pa visiem, kas iznāks priekšā. Pamolīties za tiek всех, кто выйдет вперёд. Divas nedēļas atpakaļ Talsos bija arī evangelizācija pilsētā. Две недели назад в Талсах была евангелизация в городе. Nu, šie cilvēki it kā vairāk runā par atbrīvošanu tādu, no atkarībām. И эти люди больше говорят о освобождении, больше от таких зависимостей. Bet esot bijis arī dziedināšana no vēža. Но было и исцеление от рака. Kāpēc? Почему? Tāpēc, ka Dievs iet tur, kur liecina par viņu. Потому что Бог идет туда, где свидетельствует о нем. Бог с теми, кто говорят о нем. Un tie neesam mēs. И это не мы. Tas ir gars, kas iet līdzi. Это дух, который идёт вместе. Gars, kas piepild... Это дух, который наполняет нас. Tāpēc paņem tagad savu ticību. Потому сейчас возьми свою веру. Если тебе кого-то дзīvē vajag. Если тебе в жизни что-то надо, не смотри на часы. Tagad paskaties uz debesīm. Теперь посмотри на небеса. Tad Dievs saka, laiks ir īs, jā, jā. Потому что Бог говорит, да, время коротко, но оно и злое. Tebi velk atpakaļ dzīvē rūpes. Тебя обратно в жизнь затягивает заботы. Varbūt kāds seriāls drīz būs. Может быть, скоро начнётся какой-то сериал. Ugunsgrēks. Ugunsgrēks, например. Vai kaut kas vēl. Или что-то другое. Tev gribas kaut kur iet. И тебе ты желаешь куда-то идти. Tas ir gars, kas grib tevi atstāt turpat, kur tu biji. Но это тот дух, который желает тебя оставить на том же месте, где ты есть. Но Бог. Viņš vēl kārā. Божий дух, он вытягивает. Viņam vienmēr ir laika. И у него всегда есть время. Mums nav laika. Это у нас нет времени. Потому что сейчас отдели свое время. И подумай, что ты желаешь от Бога. И когда эти люди возложат руки, когда они будут молиться о тебе, не надейся на них, но надейся на тот дух, который освободил их. Чтобы и в тебе проснулась эта надежда, о которой они говорили. Не Не заудай цари. Не теряй надежду. Потому что Иисус есть ответ. Viņš ir atbild. Он есть Šodien, ответ tagad. Сегодня, сейчас. Tūliņ. Прямо сейчас. Aizver acis uz savu pulksteni. Закрой глаза на свои часы. Ļaujies viņam. И позволься ему. Ja viņš nāk no mūžības, потому что он идет из вечности, и там нет времени. Amen. Amen. Halleluja. Mēs gaidām
Встанем. Они будут прославлять, а вы выходите вперед. Piepildīt
Man vajadzīgs, kas man vajadzīgs, tavā tūvā ir viss, kas man vajadzīgs, Jēzu. Kas man vajadzīgs. Piepildi atjauno manas kungs dziedini Build
viņš atbrīvo, viņš piepilda, viņš atjauno. Amen! Slavu Dievam! Viss top jauns! Mums vajag mazos dziedātājus. Mums nav mazie dziedātāji, pazuduši. Kur ir mūsu slavētāji mazie? Наши маленькие прославители. На-ка, шурпу. Идите сюда. Паши мазакием кого-то циту, не лайк, вот тебе подсюда. Курир, 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 Самуэл, на шурпу.